Так, всем привет. Как обычно, первым делом, что я делаю, когда залетаю перед стримчиком и во время стримчика, посмотреть, пробежаться по заголовкам новостей в Гугле, тренды, что нам тренды будут трендеть сегодня. И вот что мы видим в трендах. По запросу Украины мы видим, что в секторе Газа находится 260 граждан Украины, выезд оттуда до сих пор заблокирован. По словам Зеленского, Зеленский заявил, что Украина работает с партнерами для эвакуации граждан сектора Газа. Большой политический шторм США надвигается на Украину. Что две партии поддерживали США и Украину. А сейчас будет не так, типа. Обстрелы и подготовка к зиме. Зимой нас ожидает пиздец, насколько понятно. Да, Украина в топ-10 стран мира с самыми высокими показателями безработицы. 21,1% нетруда устроенного населения страны максимум с 2010 года. В Украине в соцсетях открыто продают белые билеты за 150 долларов. Вы что, ебанутые? ТСН, не пишите такое. Украина замыкает топ-10 стран, какие безработные. МЗС Украины подтверждает ЗГБ 11 украинцев в Израиле. Война в Украине. Российские военные пятый день подряд атакуют Авдеевку. По запросу «Россия» мы видим, что Арестович. Киев усугубляет ошибки контрнаступления. Экс-внештатный советник Офиса президента Украины призвал провести выборы, чтобы выйти из стратегического тупика. Арестович, блядь, поплюжник вонючий, ты заткнулся бы, на тебя там уголовное дело уже завели, кстати, кто видел, кто не видел, по поводу того, что он призывал душить и убивать женщин, если я правильно помню формулировку вот этого вот, Шеремет, к плану Шредера по Украине нужно добавить полную капитуляцию Китша. Ебанутый, иди нахуй, протрезвей, блядь, чекушка. Русские начали новую кампанию, полковник Райснер предупредил Киев о надвигающейся бунте. Нихуя ты какой. Россия сбросила 13 кабов на Херсонщину, энергетики ликвидируют поселение. Россия ударила по объекту инфраструктуры Херсон. Россия сбросила бомбы на Херсон. Это по запросу Россия. Вот такие новости в Google трендах выдает. Минобороны РФ за ночь Россия атаковала. Россию атаковали 27 беспилотников. Вы уж думали, сука. Не будем. Будем давать вам немножечко под хвостончика. Труболеты. Россия возобновила наступление на востоке Украины. Есть ли у оккупантов шансы на успех? Россия хочет оккупировать всю Донецкую область до конца года. Ой, блядь, как-то затянулась, да, защита русскоязычного народа в Донецке и Луганске. ДНР, ЛНР? Что, как бы не, да? Куда? Угу, смоктать. Экономия. Битва за Авдеевку повлияет на наступление Украины, независимо от того, чего добьется Россия. Мир знает, что готовит Россия, будем мощно отвечать, говорит Зеленский. Готовится ебашить по инфраструктуре. Зимой с первыми снегами, с первыми минусами и холодами. Хотят, сделали работу над ошибками и хотят произвести молниеносный отсос. Россия не оставляет попыток втянуть Беларусь в войну. Ну, пусть не оставляют. Попрошайки ебучая. Россия запретила дипломатию второго трека. Хочет вывод, что премьер Латвии назвал Россию главной угрозой для северноевропейского региона, как бы для северноевропейского созвездия, нахуй. Луганский информационный, что хуйня какая-то, ладно. Израиль. Война Израиля, Хамас, армия готовится войти в Газу, но пока медлит. Он заявляет, что анклав толкает. Блинкен планирует второй раз за неделю посетить Израиль. Израиль принес операцию. Да, блин, кстати, что-то сильно много новостей про Израиль. Украина, конечно, поддерживает, но я думаю, у нас своих дел по горло. Иран заявил о готовности вмешаться в войну Израиля. Хамад, да ничего, что Иран планировал эту операцию. Пиздил, покупал, получал по бартеру у России оружие и предоставлял их Хамас. Ну что за, ну, блядь. Иран через ООН предостерег Израиль от операции в Газе. Грозит вмешаться. Что ты там грозишь? Кому ты грозишь, ты, блядь? Китай заявил, что Израиль вышел за рамки самообороны. Так и не на Китай, блядь. Ты давай следи там, нахуй, чтобы рис нормально не переваренный был.
Чому воюють Ізраїль та Палестина? Головні питання. Омбудсмен за 24 евакуації сектора Газа. Ізраїль одозвав розрішення. Ізраїлю прийшлося перенести наземну операцію в секторі Газа. В чому причина? Ладно. Ох уж эти новости. Ох уж эти новости. Вітаю всіх, хто вирішив виділити трошечки часу на лисого, який ховає свою лисину за фуражкою. Я всіх вас вітаю. Ви що робите? Ви набухалися чи ні? Сьогодні неділя, як би там не було. Маєте право, можете собі дозволити. Чи буває у вас такий момент, піздець, я не знаю, з чим це пов'язане, але наче всі сили висосало. Наче просто така жорстка прокрастинація. Не можу встати, не можу нічого з собою вкоїти. І я не знаю, що це робиться. Як чи щось розпиляють там, блядь, на вулиці, так і на вулицю ж не виходив. Але такий настрій говняний. Так. Опитування залітає до вас у чатик і будьте чемними хлопчиками і дівчиськами і проголосуйте, дайте мені розуміння общої картини, температури по палаті, що відбувається з населенням моєї країни і з людьми, які мене дивляться і плюс-мінус розуміють, хто, що, де, як, куди, за чим, скільки стоїть взагалі. Як у вас в цілому? Мотивацію пре, ламаю живу їбу. Прокрастинація, депресія, стрес, кислячок, але впораюсь, ні риба, ні м'ясо. Голосуйте, хочу побачити, як ви в цілому, і від того будемо відштовхуватися. Немає ні бажання, ні мети, ні цілі, ні плану нудити дуже багато. Будемо нудити з оцими печерицями обіцяними. У мене теж підстава ключ від авто загубив. Та ти не губи, знайди його. Напрягай мозок, ти знаєш, ти все можеш вирішити. Бери на себе відповідальність і ми всі метазалежні і новинозалежні. От з приводу новинозалежні, це вже ваша проблема. До речі, можна привітати кожного з нас, кожного з вас. Завдяки вам, по суті. Ми бачимо те, що ми бачимо, цифри на цьому каналі, 60 тисяч підписників, сьогодні ми зламали цю цифру, і це все завдяки вам, вам це подобається, вам це по кайфу, і це ваше свято. Опять ты, что ли? Зміна погоду самого ламає. Алло, до речі, привіт, чекали ваш каву, здрасте. Здравствуйте. Ух ти, у вас там этот... С какого места будет? У вас там Гитлер СССРовский. Почему это? Это вообще-то не СССРовский. Когда этот Гитлер Ну, был... большевиковский, но он же СССРовцев отпиздил всех. Погодите, я как ложу, вы уже Украину построили. Что? Это Ленин. Когда? В каком году? В 18-м. Так, договор можно посмотреть, в связи с которым создалась Украина государство? Мы сейчас придем к вам, и ваш договор вытащим. Вы мистер пиздобол усатый. Вы когда говорите, вы будьте добры, матчасть выучите сначала, перед тем, как заявлять эти бессмысленные, глупые пельмень. Вы выплюньте со рта, пожалуйста, перед тем, как это говорите. Европы и России не... называется окраина Руси. Так... Не, подождите. Вот это сейчас лишнее... Ой. Я-то думал. Сейчас как диалог у нас как произойдет.
надо как-то побороть самую главную проблему, засыпать как можно раньше, чтобы видеть больше дня, потому что когда сейчас в 3, там, в 4, в 5 часов вечера день заканчивается, как будто жизнь заканчивается, и ты такой, все, как курочка, надо на жардинку и спатки, пока петух в жопу не клюнет. Взяв інше авто, поїхав потім десь на аеропорту. Да, они любят обещать. Они придут. Они все сделают. Они покажут нам. Правильно? Кто они и что покажут? Русские говорят, что они придут ко мне почему-то. Почему меня русские пугают? Я в Украине себе живу и не хочу, чтобы ко мне никто приходил. Они говорят, они мне придут и что-то будут учить меня. И целую... Ой, блядь, сука, русские. Интернет нормальный, поставьте себе уже. Здорово. Здорово. Ева Колована. Пока. Кстати, я вот такие, казалось бы, мелочи, но осознание того, что во время стрима нельзя ставить перемотку, чтобы ее она никогда, чтобы ее не было. Потому что люди, которые заходят, они в моменте могут, ну, в разные моменты могут заходить на стрим, и они не в онлайне, не в, ну, они в прямом эфире, но они смотрят там первую минуту нашего эфира, допустим, а не последнюю минуту. Я там что-то спрашиваю, и мне спустя 2 часа приходит ответ на мой вопрос. Это люди просто только зашли на стрим и смотрят его с самого начала, отвечают еще на те просто вопросы, когда динозавры еще клевали просто. Ну, дебил, что с меня взять? Опа, наша вечерняя опа, рубрика. Чё? Эй, эй! Наша вечерняя чё, рубрика, как эй, назовем что? Ее? Какого хрена ты вновь? Сколько можно занимать мое эфирное время? Ты поглощаешь пространство, ты черная дыра. Чёрка, ты жопа! Ты черная дыра, хачапуряник. Да, откуда ты знаешь меня так хорошо? А вот так вот тебя знаю. Сегодня кушал хачапури по-аджарски. А ты тебя отжарили сегодня, или ты еще на зажарке находишься, на стадии зажарки? Умылся? Спасибо, что ты есть. Ты всегда своим потом умываешься? Я вот сейчас так потеть буду, как свинья просто вспотею сейчас вот там. Фу, через 5 минут, братан, сейчас что начнется? Ты же мусульманин, тебе нельзя про свинью. И ты сам ты в натуре свинья не свинья. Кто мусульманин? Я мусульманин? А что нет? А что нет? То есть ты сейчас, ты имеешь в виду, ты оскверняешь мусульман? Это оскорбление чувств верующих? Я говорю, кто мусульманин? Ты, ну ты так типа с презрением, типа, кто мусульманин? Ты жопа моя! Ты имеешь в виду, это оскорбление чувств верующих, да, было с твоей стороны? Так, подожди, братюш. А по поводу антисемитизма сейчас пообщаемся немножко? Ля ты в натуре гнилой. Ля же есть, люди, конечно. Да. Сейчас оп тебя. А потом, чтобы такие. Удалить видео, деньги даже мне удалим. Подожди, это все прекрасно. Где наша публика? Зрители наши где? Непосредственно дома. Сейчас кто-то есть у нас тут? В квартире есть у нас 500 человек. Какой 500 человек? Я тебя умоляю, а что ты накручиваешь тоже ботов? Представляешь, квартира, в которой 500 человек. Представляешь, какие они объемы должны быть у нее? Я представляю, что там... О, стой! Не, серьезно, зачем серьезно. Ты, зачем ты воду льешь? Скажи, пожалуйста. Философию жизни хочу от тебя я услышать. Я водолей, брат, водолей езжу. Ты водолей. Это что, это ты давил сегодня своего змея? Вот я не об этом. Чашку взял. Рукоблудие – это твое личное. Занимайся этим свободное от работы время. Не, ты, серьезно? Без хватит, условий. Не, чувак, останови. Философию жизни. Я хочу философию жизни от тебя услышать. Мотивацию надо поднять. Мотивацию рот должен надо быть закрыть. Всегда. Не, братюнь, спасибо, что ты есть. Если бы не ты, я бы в чат-рулетку бы не заходил. Тебе тоже спасибо большое, что я есть. Опять, блядь, это шутка про отца. Скотина ты. Загоняешь в один и тот же забор меня. Довольно, достаточно. Да хватит вот этот шах и мат, шах, хватит. Стой, по математике давай проскочим немножко. Подожди, мозги не делают, Саня, запарил ты уже. Чего ты хочешь от меня? Я в чат-рулетку захожу, ты чего все время на меня? Я хочу от тебя детей. Наезжаешь. Жену предоставить? Ну я сейчас не могу, у меня же месячные.
У меня годовые просто. Абонемент закончился. Окей. Я на халяву сейчас тоже. Ты таксист, блядь? Что ты все постоянно за рулем? Да не таксист, а когда мне, вот когда хама мне в эфир заходит, я за рулем захожу в эфир, вот я приехал. Ты очень много времени проводишь за рулем. Да, у меня, знаешь, сколько в год проезжаю? 60 тысяч километров, блядь. Какая у тебя машина? Lexus, брат, у меня только лучший. Должен, сколько у тебя денег? 100 евро. Сейчас 100 евро у тебя? Да. Можно инвестировать в меня? Я в тебя могу максимум белок инвестировать. Ну ты, цыка, чиганюра, блядь. Жопа ты, белок, желток. Ты сплошной желток. А ты грязный, естественно, чел. Ты себя видел? Посмотри на себя, черноты больше, чем... Не, ну я чурка, мне это нормально. А ты-то не чурка. Какая у тебя фамилия? Чуркистанов. Имя, отчество? Хачапурик. Год рождения. Да, подожди, свет не выключается. Да, подожди. О, ебать, давай фокус тебе покажу. Чё? Фокус, давай фокус тебе покажу. Какой у тебя размер ноги? 43-й. Какого ты года рождения? Отчет 4-3. Окей, 92-го. 1992. И плюс сейчас год у нас 2023. Тебе 31 uh-huh. год. Кто она? Прикинь, это разъёб, это просто разъёб. Мозги не делай, Гонза, чё ты? Гол забил тебе, да, же есть? Подожди, покажи ещё раз кружку. А, вот как будто Нептун похуй написано. А мне похуй на Нептуна. Да, да, да. Ладно, братишка, я пришел, мне телефон нужно. Все, соболезно. Хуйня. Кто хуйня? Шинима хуйня. Кто? Шинима хуйня. Какая шинима? Хуйня. Вообще хуйня. Вообще хуйня. Да, это я имел в виду как раз. Спорим. Привет. Спроси, сколько будет 2 миллиона умножить на 2 миллиона. Вы знаете, сколько будет 2 миллиона умножить на 2 миллиона? Привет. Ой-ой-ой, Россиюшка. По-моему, я тебя видел, нет? Я тебя видел. Ты не мог меня видеть. Не видел. Рассказывай. Очень колоритный ты. Я знаю, что я очень колоритный. Только вот... Перевод аббревиатуры. Сколько стримеров передо мной было, всех разъебал. Зашли, отсосали и вышли. Правильно аббревиатура переводится? А, то-то Авдеевку вы скоро проебете, то-то Бахмут вы проебали. Зашли, отсосали, вышли? Ты мне ответишь на этот вопрос? Я спросил, как переводится. За 3 дня. Ты мне ответишь на этот вопрос? По поводу? Где Бахмут? Мы просто взяли Бахмут и потом... Опа, вы же обещали его буквально за неделю взять обратно. Где? Ладно, да. Ладно, допустим. Стой. Почему давай вы Авдеевку скоро постепенно проебываете? Давай постепенно. Ну, вот просто... Блогер, уважаемый. Я тебе... Мой уважаемый. Я тебе объясняю. Смотри. Я сейчас просто... Я буду вот ебашиться головой об стол. Я сейчас трусы сниму угодно, нахуй. Говорят, когда мне попадается такой сладенький почему персонаж, как ты... Авторитетная давай детально. Давай, остановись. Хватит себя закапывать. Давай постепенно. Давай смажем сначала твое анальное отверстие. Но не так жестко. Постепенно, все. Сколько? Три вопроса. Набрали три вопроса? Достаточно тебе? Почему на Западе это даже признают, но не великая в кавычках? Три вопроса. Ты поднял три вопроса. Ладно. Бахмут, Авдеевка и третий вопрос, который мы будем обсуждать. Взять вообще Крым скоро. Крым. Буквально за полмесяца. Поехали. Разбираем эти три вопроса по очереди. По очереди разбираем три вопроса. По поводу Авдеевка за 3 дня ты сказал. Потом же благополучно ты мне звук выключил. Ушло, сколько людей ушло на тот свет? Алло, прием! Сколько техники ушло на тот свет? Здравствуйте. А, ты просто замутил можно меня, да? Ты меня слышишь? Я правильно понял? Ты меня слышишь?
Ты слышишь меня? Я тебя слышу. О, прием, все, словили, коннект, коннект, все, связь. Блютуз, остановись. У нас икпорт связь, коннекшн, очень слабая связь. Такая, что я... Слабый сигнал, слышишь? Все, все, реагируй на мои слова. Стой, реагируй на слова. Прием. Здравствуйте. Здравствуйте, прием, слышно меня? Признали это пиздец все. Алло, твою мать. Но пи-пи-пи-пи-пи. Алло, здравствуйте. Нация, можно, поднимите ничего, трубку, пожалуйста. Все. В домофоне вам звонят. На Украине сейчас будут вас разъебывать. Будьте добры. Фашизм, завалите свой ничего, пиздак и давайте нормально. Детально обсудим каждый вопрос, на который Украине вы подняли в этом вопросе. Нет. Не заикайся, маленький. Я это реально малюсенький. Прямо ну, нацизм, хватит, ну остановись. Есть, такой, постепенно. Стой, стой. Алло, но прием. Прием, связь. Связь. Авдеевка за три дня. Кто так сказал? Авдеевка за три дня. Алло, прием. Я тебя слышу прекрасно, придурок. Все, я просто тебя соберись. Ну, не надо называть себя придурком, все нормально. Я продолжу. Все нормально, смотри, придурок. Но... Не надо себя так сильно оскорблять. Этого, я алло, хочу прием, разговор. Смотри, другом. Диалог это когда ты говоришь что-то, я тебе отвечаю, потом я у тебя что-то спрашиваю, и ты отвечаешь. Жизнь, будем вести знаешь, с тобой диалог, или ты еще маленький для этого? Ты пришел радиоволну свою настроить? Почему ты, гнида беложопая, блядь, сидишь на своем диване услышал, и отбивание. Не идешь воевать, а сидишь просто обсираешь русских. 100%, скорее всего, ты стрим ведешь. Просто там, ой, руснявые пидорасы, блядь, у вас во всех бедах русские виноваты. Моя это совсем не Запад вам дозированно поставляет оружие, чтобы моя просто, ты, блядь, были сладость. Разменной монетой. Это русские во всем виноваты. Это не Польша, там Румыния и Словакия ввели односторонний запрет на ввоз зерна украинского. Это все плохие русские виноваты. Бля, это прикинь, не мне реально ничего не надо делать. Я тебя слушаю, мне уже нравится. Перечислять, но вот вопрос перечисляй, в том, перечисляй. Почему ты сидишь, блядь, не, на своем кресле удобном. Не идешь воевать в ВСУ. Ты почему ты сидишь, блядь, пока твои соотечественники перечисляй гибнут? Все, что у тебя есть. Я и хочу, чтобы ты высказал весь свой словарный потенциал. Ты яйца, блядь, имеешь, нет вопроса к тебе. Перечисляй. Да, правда. Легче игнорировать, чем... перечисляй все, что у тебя было. Почему остановился? Да, ты можешь махать сколько угодно руками. Но вот сколько я видел в своей жизни уверенных в себе людей, но при этом уверенных в том, что они правы, являясь неправыми, но какова была их горечь поражения в итоге? Я не говорю, что Россия во всем права или Украина во всем не права. Вот в этом суть улавливаешь, я понимаю, что истина где-то посередине. Но я также знаю, какой пиздец творился внезапно, скажу, взлотни, на нормально, Украине. Взлотни, продолжи. Наберись энергии. Специально подчеркиваю это. В общем, я так понимаю, смысла все равно нет общаться. Просто в глазах адекватных людей и, в принципе, своих соотечественников ты просто обычная... гнида, как Зеленский тоже. Пожалуйста, хотя ну зачем так грубо? Он у вас там чуть ли не бог, блядь, ну наркоман, президент, это пиздец. Ну не груби, вообще, маленький. Вообще он у вас там вроде клипы снимал, да, какое-то маленький, время. Маленький, не груби. Комиком там был, да, все дела, блядь. Но вообще хуем бить по роялю, блядь, это, в принципе, каждый человек может, но вот как президент он отстойный, блядь, просто пиздец. Давай за твоего президента поговорим. Вы говорите, блядь, у вас свобода слова, почему а может, тогда давай пару слов редактор за твоего президента главной газеты, блядь, я сейчас название уже не упомню. Ну, короче, ты погуглишь, это было, это не на российских даже сайтах, блядь, прочитал. Ты прикинь, ну это ж пиздец, это прочитал я, блядь, на украинском форуме. Почему, блядь, у вас главный редактор, блядь, не помню какой газеты, блядь, сказал, что Зеленский заткнул рот и сказал не писать, блядь, о проблеме коррупции в стране. Мол, после победы, блядь, напишите. Пиздец. Тоже не наводит ни на какие мысли. Я, блядь, еще раз повторюсь. Я понимаю, что даже у нас, блядь, пиздят по телевизору. Даже у нас пиздят. И, о боже, внезапно ты сейчас улыбнулся, да, как ребенок светлый, но ты не понимаешь, блядь, чему ты тупорылый, что у вас по телевизору тоже не святоши сидят. И ты этого не поймешь никогда. Ты будешь тихо, мирно попивать кофе, сидя на кресле с оторванными яйцами, потому, а хотя, блядь, какими оторванными? Ты безяичное создание, блядь. Маленький. Ты не мужик, слышишь ты меня? Дашь, блядь, яиц у тебя нет, никогда маленький, не было. Маленький, слышишь меня? Когда у тебя
маленький, баба появится, меня. Так скажи. Не стесняйся. Давай вступим с тобой в диалог. Давай, вот давай, так, давай скажи, сыграем. Сходу, давай сыграем с тобой в игру, в которой ты заведомо проиграешь. Ты изначально знаешь, что ты в ней проиграешь, поэтому не пытаешься вступать со мной ни в какой диалог. Ты слышишь меня, маленький? Да, реакцию. Чтобы я понимал, что ты меня слышишь. Я могу сейчас маленький, реакцию, да? Чтобы я понимал, что ты меня слышишь. Просто время, блядь. Маленький. Час. Прием. Мне скоро... Завтра мне что-то в 9 часов у меня прием, клиент, блядь, придет. И нет, я не шлюхой работаю, как твоя мамаша. Ой, прости меня за эту шутку. Я буду принимать сам людей. Сам сказал, сам пошутил, сам посмеялся. Внезапно, реакция, маленький. Психологом. Маленький. Давай моя любимая профессия. Слышишь меня? И слышишь я меня, маленький? Знаю Алло. Все когнитивные искажения Алло. У людей. Алло, маленький. Я это все прекрасно знаю. Слышишь, когнитивные искаженные. И вот что хочу сказать напоследок, украинцы там Алло, прием. Промытые маленький, с ног до головы прием. Люди, Алло, у которых маленький. Пропаганда. Маленький. Что-то на уровне алло, нацистской прием, Германии. Возьми, алло. И они в это верят. Маленький, вот алло, алло, сейчас звонок. Сейчас пройдет полгода. Звонок поступил от тебе. Силы, ну, может алло, быть, маленький. Месяцев 8. Алло, прием, и прием. И Украине придет прием. Тотальный алло, пиздец. Алло. В общем, на этом у меня все. Я Другов. Пойду. Я еще могу хоть 2, хоть 3 часа об этом говорить. Давай 2, ну, давай 3 часа, равно, если можешь, держи свое слово, будь мужчиной. Давай 2-3 часа об этом говорить. Ты это сказал, держи свое слово, буду говорить. Алло, руками, прием. Блядь, и все. Давай 2-3 часа поговорим об этом. Давай. Маленький, нахуй, маленький. На фронт, блядь, алло, маленький, маленький. Ну, тут не было смысла делать отпевание. Если, ну, это было важно, чтобы если его смотрят люди, чтобы они понимали, насколько он жалкий, насколько он ничтожный человечек, который не хочет вступать в диалог. Боже, какие конченые. Не, это было потрясающе. Так и 2-3 часа можно провести. Я бы весь стрим провел с ним. Мне очень нравится, мне очень тешит самолюбие смотреть, как у них садится батарейка. Опа. Ужинаешь? Нет, здравствуйте. Не ты ужинаю. Не ужинаешь? Просто на завтра тормозок решил собрать? Нет, гуманитарная помощь на Украину. Неплохо. Своим помогайте, да. Русским надо помогать, на Украину отсылать. Зачем? На Украину. Зачем, не зачем? Все это неинтересно уже. Ты зачем сюда пришел? А с хуя ли неинтересно, блядь? Тебе интересно как раз таки должно, блядь. Что? А то до хуя пиздишь, блядь. А то что, ну, давай расскажи, что ты хотел. В смысле, что я хотел? Буквы не путай в словах. Ты в чат рулетки зачем? Я у тебя это спросил. Я для общения, потому что чат рулетка, а не зачем ты? Кролетка. Чат укрлетка должна быть, по-твоему? Конечно. А рулетка это какое слово, ты знаешь? Это русское. Ты знаешь, что рулетка это шведское слово? Нет. Не знал этого? Ай, ты ж мой, ты маленький. А ты знаешь русский язык вообще у кого? Кто вам его привез? Нет, не, вообще похуй. Вообще похуй. Кирилл Амифодий, знаешь таких ребят? Написали вам, перевели Библию и алфавит вам написали. Нет, мне вообще похуй. Это русские были или не русские? Мне вообще срать. Это я сам не русский. Это с Византии ребята приехали. Ты просто гордишься чем-то русским, но русского как бы такого ничего и нету. Да? А не гордишься. Гордишься, да. А гордишься. Да, а гордость какое слово? Чье слово гордость? Или гордость. Гордость это чье слово? Гордыня, гордость. Чье это слово? Вот ты сейчас правильно начал. Это какое слово? А гордишься. Чье слово это гордость? Гордиться. Чье слово гордость? Ты сказал, я филолог, гордишь. Я филолог, я тебя сейчас буду рассматривать по полочкам. Да гордость, я вижу, что ты гордость филолог. Это сербское филолог слово. Ты, блядь, филолог. Из тебя филолог, гордость, блядь, это сербское слово, уважаемый. Ты меня сейчас как хотел подъебать, блядь, что я неправильно выговариваю слово? Обосраться. Что? Как с меня, говорю, в сортире обосраться. С тебя в сортире обосраться? Это так над тобой издевались в детстве? Ты вспоминаешь, у тебя флешбеки в тот момент, когда тебя ставят на место, у тебя жуткие воспоминания о былом прошлом, да, посещают твою голову? Все, выговорился. Я спросил, отвечай, или ты не хочешь отвечать. Молчание – знак согласия. Ладно, перейдем к следующему вопросу. Ты в России сейчас находишься?
Мне вообще похуй, где я нахожусь. Тебе похуй, нет, где ты находишься? Нет. Хоть на бутылке, правильно? Главное, чтобы своя. Бутылка твое счастье. Моя бутылка у тебя в анусе? Окей, ладно, смотри, я не осуждаю. Живи как хочешь, это твое, родное. Ты скажи, пожалуйста. Кутах сорта. Кадык тебе вырвать и посади тебя на него же. Скажи мне. Кутах сорта. Канаед. Ты, во-первых, чеши. Во-первых, не чеши, жиши пиши с буквой И. Вот это сейчас лишнее. Ты смотри, сейчас мусульмане придут. Сейчас мусульмане придут и тебя начнут помазание делать. Алихамдулиля, сейчас придут, иншаллах, и буду тебя макать немножко в унитазик. А ты чё, блядь, мусульман унижаешь? Вопросы, да? Вопросы. Охуел? Чёрт ебаный, ты конь педальный. Ты, у тебя, блядь, пальцы хуёвые. Ты видел, что у тебя пальцы хуёвые? У тебя пальцы хуёвые. Тебя, сука. У тебя пальцы хуёвые, ты можешь сам над собой надругаться, блядь. Слышишь меня? Ты знаешь, что у тебя пальцы хуёвые? Термометр. Померяй температуру у себя в комнате. Еблан, сука, нахуй. Слышишь? Иди нахуй, сука, понял, да? Температуру в комнате померяй. Здрасте. Здравствуйте. Так в целом, между прочим, Путина в рот ебал. А у вас как настроение? А вы стример? Нет. У вас такой автозагар прикольный, у вас лица блестят так. Они просто жирные у нас. Понял, и зубы тоже жирные. Такого же цвета, как лицо. Да. Да. С чем это связано? С лампой, сальные железы. Сальные железы? Прикол. А вы являетесь поставщиком на какое-то предприятие или вы для личного использования? Для личного использования. Понял. Как это вам в жизни пригождалось? Деньги. Сколько? Много. Например? Очень много. Хочу знать, сколько для вас много. Очень-очень много. Ну, 9, допустим. Рублей или гривен? Просто 9. Просто 9? Или вы только за деньги, да? За деньги, да. За цифру нет? Нет. Какая самая большая цифра в мире? Триллион. Так, а если триллиард после нее идет, что будем делать? Триллиард, все. Все? Проиграли? Да. Да. Так, с математикой биллион? Не сильно разбираемся. Что? Да. Биллион? Биллион? Биллион это миллиард, да. По-английски. Блин, тогда не знаю. Ну, ничего страшного. А в чем вы разбираетесь, девочки? А мы ни в чем не разбираемся. Прости, не возле. Мы пожалуйста. Так вот. Что подружка сказала, в чем он разбирается? В водстве. А ленивводстве? Растениеводстве. А, растениеводстве. И... Понял. Да. Что является главным участником фотосинтеза на нашей планете? Растениеводство – это не биология. Растениеводство – это... Извини это меня. Если бы не было кислорода и углекислый газ, никто не потреблял и не перерабатывал, никаких растений бы и не было. Это основы основ. Нет. Я на предмете изучаю, как сажать картошку. Как сажать картошку? А так. Хорошо, хорошо. Что такое глазки в картошке? Да я ебу, блядь, у меня 3. Ну вот эту картошку чистишь, там такие черные штучечки. Это что? Родинки. Не, ну, что это с картошечной точки зрения? Крахмал. Это не... Крахмал это содержание картошки. Это какашки. Это какашки? Картошечные какашки? Да. Я понял. Ты есть глаз? Вы за монетизацией пришли, девочки, в чат-рулетку? Что такое монетизация? Ты расскажи, я к твоей справа. Ну, это которая за деньги, да. А, понятно. Что вы готовы сделать и за какую сумму? Ты можешь ответить, я спросила. Я к твоей справа хлопать. Ровно так же, как и слева. Че? Справа так же, как и слева. Угу. Так. А если слева... Право. Если справа, посмотрите, в верхнем правом нижнем углу должно быть написан ответ на ваш вопрос.
Блядь, ошибку словили девочки. С оперативной памятью плохо все в этом, в русскоязычном пространстве. Хорошо. Вы любите президента своего? Да. За что? За все. Три причины маленькие. Какого именно? За мирное небо. За мирное небо? Да. Вы, наверное, далеко от Крыма, от Ростова, от этого... Нет, границы. От Брянска. Что? На границе с Харьковом живете? Да, мы в Белгороде живем. Вы в Белгороде живете, и у вас мирное небо? Да. Мы за мир, а над нами не мир. Мир, небо это культура, это просто речевой оборот такой, да? Вы не имели в виду, что ракеты над вами не летают и не взрываются, даже со стороны России, которые не долетают до Украины, у вас там в Белгороде разъебываются БКшки и мирные какие-то здания. Ух, хоть раз пролетал снаряд. Что? Перед тобой хоть раз пролетал снаряд. Да. Передо мной тоже. Я, кстати, с Мариуполя. Я в Харькове был в начале войны, которую твоя страна, твой народ и твой президент развязали против меня. Почему-то, не знаю, себе жил спокойно. У тебя какие ко мне конкретно претензии? Вообще никаких, я с Мариуполя. Так, а почему ты сейчас в старом Осколе, Белгород? Потому что. Тебя украли? Тебя выкрали? Нет. А как ты там оказалась? Вот так, потому что бомбили. Потому что, а почему ты не уехала в Украину, в другой регион или в Европу? Там пособие дают, жилье предоставляют, обеспечивают всем необходимым. Ты поехала... Потому что мы всегда за Россию. Ты всегда за Россию была, видишь? Так вот же я тебя хочу спросить. Как ты считаешь, почему Россия убивает Украину? Она не убивает, она изгоняет неонацистов, которые там засели, которые 9 лет бомбили Донбасс. Серьезно? Да. Бомбас? Кто-то долбил бомбас опять, да, у вас? А кто долбил бомбас? Украинские военные. А доказательства есть у вас этому? А почему, как ты думаешь, Пупсик, на твоих глазах это не считается? Как ты думаешь, почему Российская Федерация не удосужилась за все эти 8 лет прийти в Организацию Объединенных Наций? У вас же есть, у вас же есть айфоны, да, вот эти американские проклятые пиндосовские, которые хотят вас подавить с момента холодной войны, как проиграла, да, СССР холодную войну, так они пытаются вас еще больше в грязь макать. Возьмите эти айфоны или андроиды, вот такие андроиды возьмите, Xiaomi какие-то вот такие, и поснимайте на камеру, покажите, как правонарушение украинского народа или войска против русскоязычных людей, там все эти дела, покажи, принесите в Организацию Объединенных Наций, мы такие, ебать, в натуре, я у тебя попрошу прощения, я скажу, что... Если начали войну наши, как бы, ну, президенты, а срутся мирные люди, которым ты не стреляешь, нас, мы в тебя не стреляем, хули ты против нас всех? По данным опросов, русского телевидения и русских организаций, более 70% русского населения поддержали военное столкновение россиян с украинцами. Я даже не знала об этом. Ну вот видишь, большинство, всего лишь 25%, 1/4 воздержались или против, а подавляющее большинство россиян за то, чтобы украинцев убивали, забирали у них землю, имущество, мародерили, производили геноцид народа и все вытекающие последствия, понимаешь? Вот ты в таком народе живешь, а я живу в народе, который терпит вот это все, умирает, погибает. У меня большая часть друзей с Шебекина, половина друзей моих друзей поубивала ракетами, и половина города нету. Что сделало мирное население, которое даже за 2 километра, маленькое село, поселок городского типа, никому ничего не сделало, его продолжают бомбить, при этом ничего никто не сделал, там даже никто не против, ехали через эту границу Харьков, там все дружно жили, приезжали и гуляли. Кто виноват? Что сейчас? Кто виноват? Политики. Я не знаю, я в этом не разбираюсь. Не политики, а нацики, которые на Донбассе людей убивали. Нацики на Донбассе убивали. Хоть одно вменяемое доказательство предоставь. Мои глаза. Ни одного вменяемого доказательства. Понимаешь, твои глаза, вот в суде ты приходишь, ты в суде придешь и скажешь, вот мои глаза. Тебе скажу, девочка, иди, пожалуйста, иди погуляй. А почему ты своими глазами, слышишь меня?
воевали против ВСУ. Скажи, и пожалуйста, против... вот твое главное доказательство – это ты своими глазами. Наших знакомых в машине при мне украинский военный расстрелял. И моего деда тоже снайпер убил украинский. Покажи, покажи, пожалуйста, так видео. Нужно... Видео, смотри, покажи, новости. Пожалуйста. Покажи видео, пожалуйста, маленькое. Маленькое, покажи мне видео. Маленькое. Маленькое видео. Маленькое видео покажи. Маленькое видео покажи. Гарри Поттер. Гарри Поттер, как дела? Смотри, два Люкена будут мне пиздеть что-то про Гарри Поттера, да? Еще раз говорю. Почем унаки-маки? Аки-маки? Унаки-маки почем? Что это аки-маки? Какой-то неправильный ты. А сколько лет ей было? Ну, если сейчас ей лет 14, значит, тогда ей было 6. На ее глазах это все произошло. Знаю. Да. Верим. Алихан, идем сюда. Здорово, зэк. Ты с кем, воюешь? С чего ты взял, что с кем-то воюю? Потому что я увидел. Фантомас. Фантомас. А? Ты сильно много взял на себя? Ты сильно много взял на себя. Ты фантомас? Ты лишнего взял на себя? Ты лишнего взял на себя. Я на себя вообще пуха дохуя. Не надо возлагать на себя такие обязательства, ты их не вывозишь. Ты их не вывозишь. Я вывезу. Ты не вывезешь. Ты не вывезешь. Ты не переживай, ты не вывезешь. Ты себя с тюрьмы не захотелся вывезти и не завести туда. Зачем ты завез себя в тюрьму? Зачем ты завез себя в тюрьму? Ебать тебя, ты не должен. По какой статье чалишься? По какой статье чалишься? 105. Так, это что такое? Так, это что такое? Ну, ты же, хорошо. Какая часть? Ты какая же... часть? Часть вторая. Убийство? Убийство? С особой жестокостью. Ну ты, козлина, зачем ты так со своей мамой? Зачем ты так со своей мамой? Не с мамой, я вас, хохлов. Нет, ты маму свою убил, тут написано. Не, 105-я часть 2-я, это убийство своей мамы. 105-я часть 2-я, это убийство своей мамы. Да хуя ты? Да хуя ты? Что ты за подонок я такой? Тебе мама жизнь подарила, а ты решил у нее отобрать ее? Ты недоволен был своей жизнью, поэтому ты решил отобрать у нее в честь наказания за то, что она вас это наказание тебя обрекла. Вечные страдания. Вечные страдания. Ну ты паскудыч. Нет, на самом деле молодец. На самом деле молодец. Потому что, как кто-то там говорил у вас из полководцев, похуй на мужиков, бабы еще нарожают. А ты решил ее ебнуть, чтобы она больше не нарожала, да? Я решил, я тебя найду, сука, я тебя уничтожу, пидор. Как ты меня найдешь? Ты меня даже не видишь толком. Я блоком вижу. Ты глаза открой широко. У тебя пельмень на голове. Спасибо, бля, дома не заметишь. Это с каракатицей, с краской каракатицей, это хинкал. Александр, вообще как думаешь про войну? Долго она будет, нет идти? До вторника, думаю. До вторника, думаю. Думаешь, до вторника? Я думал до субботы. Думал? Думал. Ну это комплимент на себя, конечно. Накинул немного, да? Любишь себе комплименты делать? Ты нарцисс? А вот ты сам за что воюешь? Можешь мне сказать? Вот ты сам. Кому? За что воюешь? Кому? Мне расскажи. Ты сам за что воюешь? Зэку, убившему свою маму, лысому птеродактилю, я буду что-то рассказывать, свою точку зрения? Сука, я ж тебя найду, я ж тебя пасу, блядь. Ты яйцо. Ты яйцо. Яйцо твое пасу. Ты... Не, яйцо одно пососать яйцо. Мое не надо, я тебе не разрешаю. Мое яйцо на тебя не встанет. Мое яйцо на тебя не встанет. Ну да. Гордишься своей жизнью? Гордишься своей жизнью. Давай. Гордишься тебе, что маму убил? Гордишься тебе, что маму убил. А почему ты решил, что я в тюрьме? А в чем ты раскаиваешься? А в чем ты раскаиваешься? Я тебя спрашиваю, почему... У тебя есть что-то, что ты раскаиваешься искренне? Что ты раскаиваешься искренне? Нет. Серьезно, ты реально, ну, ты настолько свою маму ненавидел? Да я ничего не рассказываю. Пока. И вообще, почему...
О, опять ты. Думаешь, опять? Да. Так, как мы с тобой прошлый раз... Мы давно разговаривали. Как мы с тобой прошлый раз провели время? Да нормально, поговорили чуть-чуть. Что я тебя спрашивал? Ой, блядь. Мы с тобой... Ты мне последний вопрос задал, типа, куда я хочу уехать из России, ты сказал, Канада. Так, по математике пробежимся? Давай. Половина, от половины равняйся половине. Ой, блядь, ну ты заебешь. Давай я тебе задам один вопрос. Ты ответь на мой, потом задавай, конечно. Не знаю. Задавай. Хорошо, как найти число пи математическим способом? Это легкий вопрос. Это прям очень легкий. 3,14. Пока. Найдет он, да, он за папку не сможет найти. Сумма гапотенузы равняется сумме квадратов катетов, блядь, дебил. Привет. Пиздец, блядь. У вас вот это, что там, квадраты катетов? Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов? Обсуждаете теорему Пифагора? Первый раз слышишь эту информацию или что? Не, ну я просто слышал квадратов катетов, думаю, где квадраты катетов, только теорема Пифагора может быть. Да, прикинь. А ты что обсуждаешь? А не, я просто тут... Мне тут рассказывали, что это в 1905 году население Украины было 80-90 миллионов человек. Так. Вот, и я такой просто сейчас под впечатлением думаю, как так вообще. А у тебя какая информация? Да, Украины не было еще тогда, поэтому какая... В 1905 еще не было Украины? Да, что была? Но она была ближе к 1917, да, наверное. Не, ну там, да, пару месяцев там побыла, это, ну, не было. Была Малороссия, если ты помнишь, да? Ты... Малороссия? А, это когда Российская империя была? Конечно, да. Ну конечно, ебать. Не... Ну, в 1905 году была Малороссия, да, и люди были Малороссия. Вы как хотели, там, так и называли все, что находилось в ваших колониях, в вашей юрисдикции. Мы называли, люди себя называли Малороссия. А и Одессу Екатерина, да, создала? Да, Одесса там еще было поселение, там еще до этого, там, ну что там, ну, куча городов, которые были, что, Киев создали, что ли, с нуля, что ли. Неплохо, сказать. Вот это молодец, потому что я думал, насколько эта пропаганда сейчас залетит. Нет, далеко и глубоко. Это все какие-то поселения, знаешь, это как вот сейчас в Израиле, там, да, они говорят, что они там 2000 лет назад, ну давайте сейчас это Римскую империю вспомним. Давайте там гунов. Согласен, там, согласен. Здравые мысли. Можем перенесем эту информацию на Россию, Украину. Не, можем еще динозавров вспомнить и вообще разделить. Ты то есть поддерживаешь Украину, да, в этом конфликте? В каком? В Россия, Украина. Израиль, Палестина, я Россия, Украина. Не, в израиль-палестинском конфликте я за Украину. А в украинско-российском? Конечно, за Россию. Не понял тебя. То есть Израиль, Палестина, ты... Я там за Украину, конечно. Так. А почему ты считаешь, что Россия права в том, что она напала на Украину? Так как она не напала, она защитила союзные государства. Что ты имеешь в виду? Ну, на тот момент было два союзных государства. Луганская и Донецкая Народная Республика. Это не были государства. Не, мы признали их, если ты... Что государство... Нет, смотри, если ты хронологию... Что государство возьмешь, делает государством? Признание другого государства. Не, государство это что? Что? Это образование. Это образование? Да. Может ли называться государство государством в условии, что у них даже конституции своей нет? Они, я не знаю, они приняли, они республику. А вы приняли просто банановую республику, папуасов каких-то, да, и называете это, конечно, государством? Да, мы так вот решили. А почему 8 лет не принимали? Не было необходимости. Не было необходимости, а сейчас появилась какая-то, да? Да, появилась необходимость и появилась. А на основании чего появилась необходимость? Да, не на основу, просто захотели принять. А, не, подожди, ты сказал, появилась необходимость и захотели. Это немножко разное полушарие мозга отвечает за эти структуры речи. Поэтому появилась необходимость защитить их. А почему вы их именно сейчас признали, а 8 лет не признавали? Ну, мы думали, вы Минские выполните. Мы все-таки верили в то, что там с 15-го года... А мы думали, вы Будапештский меморандум будете выполнять. А при чем здесь... А при том, что на Крым не надо было аннексировать, нападать.
Господи, ты еще вспомни... А так, а ты же вспомнил Украина сейчас про Минск, а зачем ты вспоминаешь? Вот, я сейчас твоим оружием тебя бью. А что, что в Будапеште меморандум? А нельзя было, мы отдали вам все свое вооружение, ядерные, тактические боеголовки, и взамен что? На то, что вы будете защищать нас, наш суверенитет и никогда не нападать на нас. В любом военном конфликте будете нас защищать. А по итогу аннексировали Крым. Ну, так а вы там что обещали? Что мы обещали? А когда Украина из СССР... Мы обещали передать вам свое вооружение, мы выполнили свой договор, свои обязательства. А до этого Будапештский меморандум, если мне память не изменяет, это 93-й год. 96-й. А, ну, может, 96-й. А при выходе Украина что обещала? Внеблоковой быть, помнишь такое? Мы внеблоковой были. Когда а вы у Крым вас в Конституции что написано? Когда вы Крым аннексировали, мы были внеблоковой. Да, нет, оно еще до Крыма было написано, по-моему, в 2010 году. Вы в НАТО решили стремиться, помнишь такое? Стой, кто куда кого что решил, стремиться не стремиться, мы были внеблоковым. В момент оккупации Крыма Украина имела внеблоковый статус, не надо пиздеть. Да, при чем здесь она имела, она уже в Конституцию вписала, что Украина будет стремиться в ЕС. Послушай сюда. Российская Федерация рассказывала всю свою дорогу, господи, что они будут, слушай, принимать меры военно-технического характера. Ты не вытягиваешь, что ли, а? Нет. Так в том-то и дело, что ты захлебываешься в своих бессмысленных суждениях. Они ничем не обоснованы. Они пустые. Они воздуханские, твои заявления. Тебя сейчас в говно макнули лицом и сказали, что нехуй было на Крым нападать. Еще раз ты загугли, что такое меморандум. Лицом тебя макнули только что в твои саки, и тебе не нравится. Дура, я тебе еще раз говорю, загугли, что такое ты про фурсетка ебучая. Еще раз тебя спрашиваю, кто вам разрешал на Крым нападать? Захотели. Захотели. Ну вот хотите, теперь в рот принимайте. Хуй, кто будет покупать вашу нефть и газ. Хуй, кто будет с вами сотрудничать теперь. Китай, понимаешь, с вами даже теперь единственная страна, с которой у вас ВВП, ну, благодаря которой Россия существует, это Китай. Россия и Китай, 50% ВВП у вас между собойчики. И Китай на вас хуй ложил. Китай на вас хуй ложил. Пойми, что такое ВВП, ты не сечу. Хуй ложи... Половина всей продукции Российской Федерации, а может уже и 70% вследствие последних ВВП санкций. Это внутренний валовый продукт. Я тебе еще раз говорю. Вообще, давай, Я тебе еще раз говорю. Вся продукция, которая есть в России, она из Китая. И Китай хуй на вас ложил. Вы хотели им электроэнергию повысить, да? Они хуй на вас ложили, сказали, сосите хуй. И в Забайкалье... Помимо того, что Китай отжал у вас территорию, так еще и по заниженной цене вы им продаете нефть по 50 долларов за баррель, когда рыночная стоимость 110. На вас выложили все. Ты видел в этом? Как называется ваш союз? Индия. Как ваш союз долбоебский называется? Что дура там Китай отжал? Махни ручками, расскажи. Забайкалье. Что Китай отжал? Забайкалье. Забайкалье, да. Китай? Территорию, которая, твой Путлер ебучий, гордится Крымом, а Китай тем временем Путин продал Китаю... Не продаем землю. Ну, блядь, мы про Аляску, может, поговорим с тобой? Слушай, ну ты Российскую империю не Не продаете давай, землю? Да. Слушай, а давай про Аляску поговорим. Давай. За сколько продали Аляску? И в каком году? Ты мне скажи, что было на Аляске? Неважно. Это была русская земля. Нет, подожди. Нет, пиздобол, это была русская земля. Это была русская земля или нет? Ты мне скажи, что на Аляске было? Какая компания была на Аляске? Не ебет. Аляску. Нет, подожди, да ты загугли хотя бы, что за компания была на Аляске? Аляска, это русская земля была? Подожди, еще раз тебе спрашиваю. Аляска русская земля была или не русская? Да ты ответь на вопрос, что было на Аляске? Брызнули тебе в рот. Как тебе нравится вкус? Дура, блядь. Тебе нравится вкус, когда тебя брызгают в рот? Говорю, ты сказал, продали. Что русские, знаешь, земли не продаются. Продали. Забайкалье продали. Знаешь, территориально продали? Совокупная территория в полтора раза больше, чем Крым, которым Путин гордится. Блядь, вот ты, как дура, тебе такой поворот? Не нравится? Знаешь, это никому не нравится. Ну ничего страшного. Блядь. Как говорил твой же Путлер ебаный, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Да, вот терпи. Вот терпи. И ты терпил и родился. Терпил и родился, не пригодился. Учи, терпил и России. Умрешь. Царствие небесное. Либо паны... Точно. Помню, что было что-то типа доната.
Емілі, це просто осіння хандра, каже Емілі. Да, з приводу настрою, який я казав, якщо можна, чатику тисячу лайків вже проїбашити на цей стрім. І обов'язково треба зробити вам підписочку на телеграм-каналчик, на якому ви будете знати, де відбуваються стріми. Якщо вони будуть відбуватися ще колись, то ви тільки тут будете бачити, де і коли вони відбуваються. А опитування, яке я провів, 645 людей прийняли участь в опитуванні, як у вас в цілому? 31% проголосував за те, що мотивація преломає живу їбу. Дуже пишаюся вами, ви охуєнні, ви красавчики. Розкажіть мені, як ви то робите, тому що в мене щось останні дні мотивація ніже плінтуса. Прокрастинація, депресія, стрес 16%, кислячок, але впорюсь 35%. Ви красунчики, у вас позитивне мишлення, ні риба, ні м'ясо 18%, але я дуже вражений, то що... Кисячок, коли впораюсь, і мотивація приламає живу, 70% майже таких людей. І це охуєнний результат. Ви норм. Ви в поряді. Я не можу так, як ви. Смотри, Слава КПСС только что подрачивал, да, по всей видимости. Кто вы? Мы. Как вы тебе... передергивали, да, там под столом? Как тебе такой поворот? Передергивал под гуманитарная столом, да? Гуманитарная помощь российской армии. Ты передергивал, да, под столом? Гуманитарная помощь российской армии, еще раз повторяю. Так ты дырявый, что ли? Причем здесь дыравый? Я поставляю белок для российской армии в жидком виде. Ей знаешь, как для спортсмена. Заткни ебало, ты спросил, воспринимай ответы. Слышишь, ты седовласка ебучая. По тебе даже видно, у тебя вид у тебя, такой. Тебя поглотила какая-то болячка. Ты дырявый, у тебя что, борода на половинку? Ты тоже смазываешь? Ты смазываешь? Ты смазываешь или не смазываешь? Ты на свою козлячую бородку посмотри. Ты тут чешуей блестишь, зря. Слышь, ты хочешь, чтобы тебя приняли в кадыровские кланы? Хотелось бы, чтобы тебя приняли в клан Кадырова. Я-то понимаю, ты не понимаешь, потому что ты русский, тебе не суждено ничего понимать. Последний придурок, блядь, понимаешь? А ты первый придурок, ты предводитель придурков. Таких вот повылазил? Ты первый придурок, мы повылазили. А ты позалазил, закрылся в себе и больше не вылезешь из своей норочки. Это твоя зона комфорта, и это нормально. Ты должен принимать себя. Главное оставаться самими собой. Скажи мне, ты с детства дурачил? Я скажу, но ты не воспринимаешь мои слова, потому что у тебя не хватает хромосомы. Да сколько, кстати, сколько у тебя пар хромосом? Сколько у тебя пар хромосом? Скажи мне. У тебя сколько пар хромосом? С этого давай начнем. И с этого закончим. Сколько у тебя пар хромосом? Так ты ответишь мне на вопрос или нет? После того, как ты скажешь, сколько у тебя хромосом. Ты что, не считал, что ли, их? Сколько у тебя пар хромосом? С этого начнем. Если я не получу ответ на свой вопрос, или он будет некорректен, я не вижу смысла продолжать диалог. Пойдет? С настолько... 20... Сколько? 21 пойдет? К сожалению. Был близко. Был да, близко. 22? Не. Да? Опять не туда. Не туда. Не. Не, ну у тебя а может ты... быть. Не, если ты за себя говоришь, вопросов нет, вопрос снимается. Не, я но... просто такого долбоеба, как ты, экспериментирую. Ответ неверный. Понимаешь? До свидания. Здорово, мой. Привет. Зачем ты как? Зачем ты банановую кожуру на голову вместо прически нацепил? Да мне так нравится, а чё? Нормально. А ты чё трусы одел на голову? Да, кстати, я даже в историю недавно выкладывал с таким, с такой чебупелей. Нормально будет, нет? С такой чебупелей, как ты, видосик. Да, смотри, вот так нормально будет. Тяпочи. Вот буквально недавно выставлял. Смешно. Ты типа блогер, что ли? Да, я блогер. Охуенно. Давай, и что ты там, в ютубчике снимаешь? Шортс? По-любому. Штанс. О, все, смотри, такой же самый, как ты, типа. Ой, блядь. Ну-ка. Блядь. Охуенная тема. Так же, да? Не? Смотри, вот так нормально будет? Да, так потрясающе. Это гениально. Здравствуйте. Ой,
это вы? Привет, ты прям не просыхаешь, да? Да. Да, как ты? Сколько тебе лет, я извиняюсь? 14, да, тебе? 23. Божечки мой, сколько воды в твоем организме? Я всегда говорила, что синий цвет в нашем флаге означает, что мы все синие, нахуй. Класс, это гениально. А как ты, у тебя какая-то цель определенная? Ты хочешь успеть не дожить до какого-то определенного возраста? До 40 не хотела бы доживать. Хотела бы пораньше сдохнуть. Так, хотела умереть молодой и здоровой. Молодой и здоровой. Ну, молодой может получится, но здоровой уже, судя по всему. Ну, это да, ж ужас какой-то. А как... Какую? А что тебе мешает жить, ну, хорошую жизнь, качественную? Да. Ой, блядь. Там много чего. Ну, смотри. Плохое детство, я думаю. Делаешь... Там, OnlyFans какой-то, или на Pornhub куда-то, я не знаю. Ну, в зависимости от твоих... просто я не знаю, насколько. Если ты вот настолько запустила себя, то, скорее всего, твои когнитивные способности мыслительные какие-то, они вряд ли оставляют за собой право изменить принципиально твою жизнь. В соответствии с этим, можем сделать упор на твое тело. Таким образом, немножко бы установить твой социальный статус, записаться в качалочку, привести свой организм, тело в порядок. Найти себе нормального хлопчика и как бы уже потихонечку. Ну, да. Да. Просто в окружении вот этих алкоголиков, где ты сейчас с кем находишься, это ж, ну, ни к чему хорошему не приведет. Да, идиотизм, ебать. Все, видел? Хоть не пью в России. Я вообще не пью, нахуй. Он не пьет, да? Только ты пьешь? Да. Кому ты я пиздишь? По выходным пью, нахуй. Это твой, ну, вы любовники? Любовники мы? Да. Да. Поебываетесь? Ни разу не спали, но ебать любовники. Ну, пусть будет так. Вы ни разу не спали? Ну, ты только... Ротоприкладство было у вас? Нет. Нет? Ни с твоей, ни с его стороны? Дай кому-то расслабься. Ну, расслабься. Это ж такое, это ж, ну, жизненное. Ой, господи. Идиотизм, ебать. Согласен, но сигареты какие-то дорогие или полежали просто давно? Дорогие. Сколько стоит пачка? 200. 200 рублей! Охуеть! Кто, что у нас сколько? А у вас стоит сколько сигареты? Блять, ну вот не помогу тебе в этом вопросе, не компетентно. За шампунь могу поговорить, хотя тоже как бы покупать особо смысла не вижу. В силу своей предрасположенности, но он у меня дома есть, как ни крути. Вы же лысый, зачем да, вам да. Шампунь? Ну да. К тебе тоже вопросы интересные. Ты вроде не лысый, а шампуня, видимо, дома и нету. Ты так яичный желток просто размазала. Ой, блин, мы сидим на приколе чисто, брат. Да, я вижу. А у тебя это тоже какие-то... У тебя марафон? Сколько дней максимум можно не исходить, ну, не пользоваться водой? Ну, да пиздец просто. Ну, смотри. Вот честно, у меня же негатива к тебе никакого нет, но я в ахуе. Как можно себя настолько запустить? Можешь прическу оценить? Что сказал сейчас? Прическу оценить. Еще раз. Прическу оценить. А, оценить прическу? Ну, блядь, по бокам что-то этот клопы выжрали, сверху немного оставили. Прическа клоповник, назовем ее так. Это у тебя дома клопы, нахуй, блядь. Че ты его оскорбил? Он только подстригся человека. Как можно настолько наплевательски относиться к своей жизни? О, на самом деле легко и просто. При желании можно. Кем ты видишь себя через, блядь, год? Пьяницей. Да, да, верно, пьяницей. Ты же, ну, осознаешь, что в ближайшем обозримом будущем, как, в принципе, и в перспективе, ничего в твоей жизни не изменится? Пьяницей. Еще пьяницей. А как ты деньги зарабатываешь? Я дизайнер. Сколько зарабатываешь на это? 120 тысяч. Почему ты настолько разъебываешь себя? Да. Да. Ну, разъебываю, блядь. Хуйня в жизни творится. Тебе типа нормального не хватает рядом, чтобы дал тебе пизды, поставил тебя в стойло, заставил. Ебать, ты, сука, тяжку делаешь, как последний раз в жизни. Ну, а что поделать? Приходится так.
Ну, я запрещаю пить, нахуй. Она берет у родителей деньги просит, нахуй, чтобы на пивку купить, нахуй. Да. Ты же 120 тысяч зарабатываешь. Какие родители? Ну, бля, она родители пишет, деньги скиньте мне, бля, на пивку, бля. Вперед она, блядь, деньги скидывает, нахуй, она берет, заказывает, блядь. Я, блядь, запрещаю пить, нахуй, блядь. Она все равно, блядь, на своем. Вообще, какой блядь, ужас. Вообще, блядь, распустилась какая-то, блядь. Дай, а ты скажи, YouTube, вот скажи, да, вот у тебя как раз, знаешь, набери, у людей... Что говоришь? Набери, слышишь меня, набери Ютубе, это Украина, Молдаван. Там она там... Дочь... Какая Молдавана? Обетованная? Обетованная, дочь ФСБшника, да. Смотри сейчас на нее или потом посмотри. Не, смотри, давай так. У успешных людей спрашивают три совета, там, допустим, или философию жизни, а у тебя хочется спросить три совета, как ты добилась вот этого, чтобы понимать, как делать не надо. Ну, первый совет, значит, мамка моя меня пиздила, блядь, с 8 лет. Второй совет, она морила меня голодом. Третий совет, блядь, не сдали меня в детдом, пидорасы, блядь. Пиздец. Ну ты же уже взрослая, ты имеешь возможность принимать на себя ответственность, плюс ты преуспела в каком-то виде ремесла, если ты говоришь, не пизди, что ты дизайнер, зарабатываешь 120 тысяч в месяц. Ты дизайнер чего? Эскиза для татуировок. Кент посмеялся, да? Это был пиздеж, что ты зарабатываешь 120 тысяч в месяц. Кто он сидит на приколе, блядь? Сидит, курит, угорает. Кент, это пиздёшь, что она зарабатывает 120 тысяч в месяц? Ну, я не видел пока. Зачем обманываешь? Ну, выходила... Я работала, кстати, в стриптиз-клубе еще. Ну, это было больше 6 месяцев назад. Я зарабатывала около 300. Все, пока, пиздоболка. Фантазия. Фантазии пошли. Феромоны пошли. Ты что ли чувство мисс залит, что глаза мозолят? У-у-у. Казалось, вокруг тебя весь мир прогнил. Вокруг тебя весь мир потух. Вокруг тебя весь мир пустой, пустой. Как ты в тандыр тебя засунуть не помешало бы. И выбить все дерьмо до упаду. Все дерьмо нахуй, блядь. Зараз я козьмо отпишу, что надо быть Киев, такие, да, согласен. Слышь, ты же не виноватишь своих родителей в каких-то проблемах своего, своей взрослой жизни. Алексей. Добрый вечер, польский слава Украине. Чувала. Я не понимаю, не умею читать по-польскому, извините. Елена Зеприз жил довольно. Здрасте. Чуть, сука. Только нормальная камера, нормальный микрофон, и оно, сука, только в начале у нас получилось немного с потрясающим, с потрясательным блогером провести диалог. Стриптиз у нее уже по 300 зарабатывала, а перед этим она в Лукойле работала, зарабатывала миллион, а перед этим она была депутатом и зарабатывала миллиард. Да, именно так. Именно так было? Шаман. Типа ты, я русский. Ты шаман? Да. Слава Украине. Здравствуйте, девочки. Я пошел ты нахуй, хуй собачий. Такие девчатки только что залетели, они так долго камеру настраивали, потом я говорю, здравствуйте, девочки, и они у меня... Ой, что с камерой? Да ёпта. Еще раз увижу тебя здесь. І що буде? Ну, буде. Що буде? Побачимо. Коли, блядь? Коли? Побачимо, коли? Побачимо, коли. За голову взялся бідненький. Тут в это поставил Україну. Здравствуйте. 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 Как ты там? Повезет сам как.
Порядочек. Здравый смысл, рассудок еще не потерял? Конечно же нет. Согласен с действующим правительством? Ну а что ты хочешь меня узнать, спросить, опознать? Ну вот в начале войны против Украины 70% населения поддерживало действия правительства и оккупации украинских территорий. А сейчас, как думаешь, изменилось положение дел? Ну, я не знаю, я не делал, конечно, опрос. Но мне кажется, да фиг его знает. Вот если я скажу вот так, как житель России, да? Сейчас вот ты что, только занюхаешь, что ли? Нос трешь. У тебя какие-то проблемы? Ты на вопрос отвечал, потом резко у тебя когнитивное расстройство, да, я так понимаю? Нет. У тебя не нормально. Получается одну мысль удержать в голове, да, долгое время? Просто ты как бы, знаешь, сам общаешься, вот начинаешь... Зачем ты сделал такую большую паузу и говоришь, потом не перебивай? Так, чтоб ты подумал. Я слушаю тебя. Закончи мысль, пожалуйста. Я считаю, что, ну, процентов 95 поддерживает. Так почему ты так считаешь? Ну, потому что, как бы, я вижу отношения людей. Так, если у вас народ такой единый и целостный... Тогда, возможно, ты мне сможешь дать ответ на вопрос, почему же все-таки Россия напала на Украину. Так дело в том, что... Как, что значит, понимаешь, ты вот концентрируешься, ты уже изначально неправильно задаешь вопрос. Вопрос нужно изначально ставить, знаешь как? Почему начался конфликт России с Украиной? Наверное, скорее всего, вот так, да? Ну, почему, понятно. Потому что Россия... Тормози. Я тебе скажу, я начал свой разговор с того, то, что не надо опять коверкать мое и делать свое. Я тебе сказал, то, что ты, во-первых, неправильно поставил вопрос. Почему начался конфликт с Россией и Украиной? Скорее всего, наверное, отвечай на свой вопрос. Если тебе нравится на свой вопрос отвечай. Нет, я на твой слушаю ответ на твой вопрос, который ты сам себе задал. Задай его правильно. Я слушаю ответ на твой вопрос, который ты сам себе задал. Будь корректен и задай вопрос правильно. Почему Россия напала на Украину в 2014 году? Так, ну ни хера ты прыгаешь в тему. В 2014? А где она напала? Давай посмотрим. Крым, аннексия. Аннексия Крыма? Ну, во-первых, аннексия Крыма, братан. Если вот ты возьмешь республику независимую Крым, она вообще, блядь, к Украине нихуя ничего не имела, я вот так вот скажу. Давай почитаем Конституцию Крыма. Давай почитаем, давай, доставай. Первый. Телефон есть? Гаджет есть? Первая статья Конституции гласит о том, что Крым является... Стой. Какая первая статья, о чем просила? Крым является, как там говорится, неотъемлемой частью Украины. Как? Крым является неотъемлемой частью Украины. Где такое гласилось? Конституция Крыма. Какого года? Ну, которая была, когда Россия пришла аннексировать его. Ёпта, ты пиздишь, брат. Ты даже ее не читал. Нет. Во-первых, не первая статья. А статья 3.28, блядь. Почитай потрясающе. Ее, блядь. Какой ты молодец. Ты знаешь больше меня. Спасибо большое за то, что помог сам себя разъебать. Спасибо большое за то, что ты мне помог тебя разъебать. Ты лучший. Ну, пожалуйста, чё. Так, на основании этой статьи Конституции, какое право Россия имела аннексировать? Так оно аннексировало, блядь. Это, знаешь, если по Конституции разобраться, это вы прибрали Крым. Просто так. Когда? Когда? Вот тогда. Тогда, ёпта. Когда? Тогда, ты сказал, что мы прибрали. Если ты говоришь, что мы прибрали, значит, у тебя есть информация, когда мы это сделали. А если у тебя нет информации такой, значит, никогда. А если у меня есть информация, вот стой, смотри. Вот если я тебе зачитаю эту информацию, вложу тебя по фактам, и ты, я просто сейчас за гаджетом скажу, чтобы быть точнее мне, и ты передо мной извинишься, но не сольешься. Хорошо? Поехали. Давай, все, я ушел за гаджетом, окей? Еще раз, что ты мне будешь доказывать, почему? Я сейчас открою Конституцию Крыма, когда было СССР, УССР,
и когда Советский Союз распадался, и по какому хую вам достался Крым? Ты что, ебанутый? Да? Нет, не ебанутый. А ты не ебанутый ли? Вам схуяли Крым-то прилип. Вам кто его подарил, блядь? Ты странный или что? Стой. В 91-м году. Смотри. Ладно, смотри, ты ебанько. Знаешь почему? В 91-м году, когда развалился СССР, все страны между собой договорились после... В 91-м году. Какие все страны? Что? Страны бывшего СССР поразваливались и договорились между собой. А кто договорился? Кто с кем договаривался? Все страны договорились между собой, что вот это... Беларусь, Россия и Украина. А еще кто? А это больше меня не касается. Блять, братан, ты тогда в истории вообще нихуя не смыслишь. Послушай сюда. Послушай, слышишь, стервятник ебаный. Еще раз тебе говорю. Ты не лезь, не лезь туда, куда тебе не надо. Везде, где ты лезешь, куда тебе не надо, ты там получаешь под хвоста, и клюв твой немножко прищепочкой вот так приписюнивают. Страны все договорились с 91-го года, что это ваша, это наша. У тебя интернет залагал. Давай поговорим. Мы уже говорим. Что ты мне не можешь пройти поставить по поводу того, что с 91-го года мы обозначили свою суверенную территорию, а потом твоей стране что-то не понравилось? Я отвечаю на этот вопрос. Тормози. Давай я докажу тебе, что Крым аннексировали вы, не. А не мы. Ты мне докажи лучше, что территории, которые обозначили в 91-м году, не являются легитимными. Давай я тебе докажу, так. Что Крым никогда не хотел... При чем здесь Крым? В 91-м году договорились... Значит, Беларусь получается нелегитимная? Потому что все страны договорились, которые провозгласили свой суверенитет, и все страны мира это поддержали. Ты что, ёбнутый, что ли, блядь? Ты вообще историю-то знаешь? Я понял тебя. Правильно. У тебя маразм? Стой. Давай я тебе принесу телефон. Все. Я тебе зачитаю. Смотри, знаешь, как я тебя сейчас разъебу просто легенько маленьким видосом твоего президента? Давай. Там, где Путин признавал территорию Крыма. Вот. Ну при чем Крым не является никакой... Вот, давай ебало. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в целом и в общем наши переговоры по границе. Речь идет о демаркации, но это же технические дела. Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом. Все, вопросов больше у тебя никаких быть не может. Долбоеб, все. А, все, ну тогда... Поздравляю тебя с моей победой. Поздравляю тебя с твоим поражением. Счастливо оставаться. Царствие небесное. Здрасте. Ассаламу алейкум. Еще раз. Ну ты кретин такой, блядь. Ты живешь в России, говоришь мне, плямкаешь сейчас во рту. Ты пережуй сначала. И русский алфавит выучи, и на русском начинай общаться. Или тебя на работу не принимают, поэтому ты обижен на всех? А? Мамат Кунем. Анасун. Ты Анасун, понял? На армянском тебе скажу, ты Анасун. Ага. Про маму свою не надо. Ну, она же не виновата в том, что же такой дебил у нее вырос. Твоя мама в этом не виновата, не надо ее винить. Пускай она остается себе там, где она остается. Да, сулешин, да, онлайн тракан сутезда сулешин. Так, Сагма... Ну, в целом, допустим, хотелось бы тебе прояснить ситуацию, что Сагма Дик, this is your destiny. Здравствуйте. Добрый вечер. Как поживаете? Ну, как-то поживаем потихонечку. А вы как поживаете? Да, спасибо. Вы в Испании откуда приехали? Из России. Родился в Казани. Когда уехали? Ну, как началось вторжение в прошлом году. Понял. С семьей уехали?
Да, с семьей. Чем занимаетесь там? Айтишник. Сколько зарабатываете? Ну, такой, лишнего. Почему айтишники боятся ответить на этот вопрос? Ну, понятно, что от 5 до 10 тысяч долларов. Но меня конкретно интересует, в каком промежутке. 5. Неплохо. Фронтенд, бэкенд? Нет, я не разработчик, я по системному администрированию. Вау. И даже сисадмином можно зарабатывать такие деньги? Если ты сеньор, если ты скилловый сеньор, то можно зарабатывать. Не, это какая-то известная организация? Да, довольно-таки. Или на Йоберске какие-то автоматы, крутилки эти и казино? Нет, это большая компания. Они, у них по всему миру офисы. По всему миру офисы? В Днепре есть большая часть этих офисов? Кстати, в Днепре, по-моему, тоже должен быть. Ну, по офисам Днепр на первом месте, насколько я знаю. Ну, в Киеве точно есть, во Львове есть. Ну, кстати, в Днепре, да, в Днепре тоже есть. А вы из Днепра, да? Я рядом. Рядом. С Кривого Рога, да. А, я понял. Ну, кстати, по-моему, есть. Я там созвонился с ребятами недавно. Угу. Как относитесь к ситуации между нашими странами? Ну, а как еще можно относиться? С какой целью вы зашли в чат-рулетку? Просто пообщаться. Когда я захожу, выбираю Россию в чат-рулетке, там творится какой-то трэш. Поэтому я выбрал Украину, хоть с нормальными ребятами пообщаться. Такое бывает. Не собираетесь возвращаться в Россию? Смотря какой режим будет после того, как война закончится. При путинском режиме я точно не вернусь в Россию. Вот выборы грядут. Кого выберут? Непонятно пока еще вообще по кандидатам. Сейчас там вроде как оппозиция что-то пытается сделать. Там, ну, посмотрим. А нет ли понимания того, что даже если это будет не Путин, то это все равно будет та же власть, просто новая марионетка? Ну, все может быть. Я говорю, сейчас это непонятно. То есть, естественно, там Путин максимум делает того, чтобы поставить там своего человека, да, либо он будет дальше править, либо... Прикинь, смешно будет, если новым президентом России будет Янукович. Ну, это будет какое-то вообще, да. Это будет что-то чем-то. Это будет сильно. У вас Межгорье построят там где-то под Москвой. Да. Классно будет. Сколько нужно потратить времени, чтобы стать сеньором? Ну, смотря в чем, но мне кажется, даже в разработке это нужно лет 5 положить на это точно. Но при этом можно рассчитывать на стабильную зарплату в 5000 долларов. Ну да. Я думаю, если 5 лет, если с таким зацелом, то надо больше делать уклон на искусственный интеллект. Не факт. То есть все-таки чат GPT, я не думаю, что этот разработчиков заменит. То есть все равно кодить придется. Думаешь? Я думаю, такое же большое количество, ну, прям бум, я насколько вижу, информационный в плане искусственного интеллекта и всех разработок в этой сфере. Но, как минимум, этот искусственный интеллект надо же будет поддерживать. Ну, до какого-то времени, пока не разработаю технологии по самоподдержке. Такой. Квантовые компьютеры же уже испытывают, уже научились не терять производительность, в вакуум его заключать для того, чтобы он... Работал. Тяжело, не знаю. Я пока... Не знаю, а и очень такой интересный момент. В плане того, то, что, может быть, там люди потом испугаются, да ну, давайте отключим этот интеллект искусственный. Да, конечно. У этого уже невозможно. Есть понимание того, что искусственный интеллект заменит человечество, а может быть и убьет. Ну, заменит, ну, в плане тоже. Это одно и то же. Заменит и убьет. А очевидно, что большинство профессий, которые сейчас люди зарабатывают деньги, будут исполнять искусственный интеллект. Тут уже доставку еды, уже эти таксишки там всякие появляются на автопилотах. Ну это да, есть. В соответствии с этим. Ну этого же не нужно бояться. Нужно понять, как превратить это в свою собственную меркантильную выгоду, эгоистическую. И от этого так, ну, в плане, я говорю, вот пацанам, допустим, как сказать, что куда им сделать уклон сейчас, если ты берешь дистанцию в 5 лет, разработка чего-то, или же все-таки... Ну, я думаю, то, что все-таки разработка. Извините, я тебя перебил, пожалуйста. Да, но я думаю, то, что разработка. В любом случае не пропадешь. Разработчики все равно будут нужны. Не заменят полностью, а и... А чернуха какой-то занимался? Нет. Не делал черные проекты? Нет. Ни казики, да. Ни скамы, ни стилаки, ничего нет, не делал? Нет. Так. А только работал в офисе всегда. Ну, в офисе. Но офис для меня ассоциации немножко другую имеет для украинца. А, какую? Ну, у нас офисы по Сберу. А, я понял.
Да нет, нет, я все по-честному. Я вот это ко всему этому очень плохо отношусь. Ну, ладно. Хорошо, пойду русских искать. Хорошего настроения. Спасибо, счастливо. Спасибо. Межигорье построить по пенькам будет бегать, да. На выборах Путина инших не будет. Кстати, будут прикольные выборы. Ну да, это выборы Путина, это уже давно всем очевидно. Я не знаю, кто еще может с этим не согласиться. Здрасте. Здрасте. Нет, не здрасте. На выборах Путина другим не... Марин, на выборах Путина другим не... Збережи стрім? Ти думаєш, потрібно? Да. Стыдно буде. Привіт. Здравствуйте. Судя по всему, поддерживаете Российскую Федерацию? Ну, как гражданин, конечно, поддерживаю. Так. А как не гражданин? Какие еще вариации у вас были? Ну, я имею в виду, если бы я был гражданином другой страны, я бы другую страну поддерживал. Так, объясните мне, в чем правота вашей позиции в оккупации украинских территорий? Я не оккупировал украинские территории. Ваша народ простая, вашей страны... Простая позиция. Народ вашей страны всецело и полностью поддерживает порядка 70% общей поддержки с начала полномасштабного вторжения. Вы лично пересчитали их? Это данные российских СМИ, российских источников. Окей. Вы же верите своей стране? Давайте предположим, что... Вы верите своей стране, вы верите своему президенту, вы верите своему правительству? Конечно, верю. Ну вот. Конечно, верю. Зачем вы отвергаете? Я просто не проверял, не знаю эту статистику и верю вам на слово сейчас. Так вот, ваша страна всецело и полностью поддерживает оккупацию украинских территорий. Вы, как народ, имеете ответы на все эти вопросы по всему... Что такое оккупация? Введение. У нашего народа никто не проводил опросов про оккупацию Украины. Поэтому вы лжете. У нас не могут люди поддерживать оккупацию Украины. Оккупация – это ваша эмоциональная оценка и интерпретация как того, называть? Что сейчас происходит. Понял, услышал вас. Услышал. Все, стоп. Я услышал вопрос. Можно? Нет, я отвечаю. Вы мне задали вопрос, не дали мне на него ответить. Нет, я же говорю, вы задали мне вопрос. Нет, давайте я договорю. Вы спросили меня, что давайте такое договорю, оккупация. Вы спросили, давайте что договорю, такое оккупация. А вы меня спросили, не дали ответить и поплыли. Так разрешаю вот, отвечать. Если у вас есть другой ответ на такую ситуацию, когда одна армия одной страны приходит в территорию суверенного государства... Я вас тоже перебью, потому что вы не даете определение слова «оккупация», а вы начинаете куда-то в сторону блудить. Я вы даю. Или отвечаете вы, на мой вопрос, у вас или гибкий давайте ум, я да? продолжу говорить то, что я начал. У вас туннельное мышление, вы не обладаете гибким умом, вы не можете читать между строк. У меня просто хорошая фокусировка. Вы не можете читать между строк, да? У меня хорошая фокусировка. Так, оккупация, а это когда армия, все, я отвечаю, написано, не надо перебивать. Не ведите себя как капуга, не ведите себя как жлоб настоящий. Оккупация. Вот я сейчас опять отвечаю, вы опять меня перебиваете. Вы перебили ради того, чтобы ответить на вопрос и не отвечаете на вопрос. Что у вас с воспитанием? У меня великолепное. Почему у вас вообще так сильно? Вообще все хорошо. Вы очень вспыльчивый человек, неуместно вспыльчивый. Есть моменты, когда это, кстати, а есть моменты, когда это, ну, никуда. У вас же такой наушничек хороший, у вас этот очки, казалось бы, очки, значит, умные, но, видимо, не всегда. Так вот, оккупация, это когда армия одной страны заходит очки, на территорию, значит, другой умный. Страны. Ну, опять, ну, вы посмотрите, какое хамло. Так вы просто... Ну, что же вы будете делать? Ну, хамло какое-то. Мне слово вставить. Ну, хамло. Все, я ответил на вопрос, что такое оккупация. Армия одной страны заходит на территорию другой страны и присваивает ее себе незаконными референдумами. Это вопросы. Определение оккупации. Это определение. Если мы сейчас прочитаем с вами определение словарное слово «оккупация», и там окажется что-то другое, что вы тогда мне скажете? Зачитывайте, я соглашусь с вашей точкой зрения. Так, относительно своих неправильных трактовок, вы еще больше закопаете себя в свои лжи, в свои яме, говоря о том, что действия Российской Федерации на территории Украины не являются оккупацией. Будьте добры, прочитайте мне определение слова «оккупация». Мне кажется, у вас проблема с... Я сам прочитаю термин значения «оккупация». Я об этом вас и просил с самого начала. Так. Учитесь фокусироваться. И, кстати, насильственное занятие значит, чужой территории, вот. Военной силы. Это все то, что я сказал. Когда армия Российской вы Федерации дочитали? Приходит на суверенную территорию Украины и присваивает ее незаконными референдумами. Да? Вот словарь, вот. Теперь смотрите. Я почитаю. Пожалуйста.
Не, я плохо видно у вас. Плохо видно. В очках, я думал, получается у вас. У вас коннект плохой в интернете. У вас коннект. В очках отлично видно. У вас, да, у вас коннект с серым веществом плохой. Ну, а я хамло, да, после таких фраз? Вы хамло, мы это обозначили, извините, изначально. Вы хамло, мы это обозначили, а с хамлом я буду вести себя подобающе. Я вас не оскорблял. На вопрос отвечайте. Не лезьте в демагогию, это не ваша сфера деятельности. Вы в ней слабы, вы в ней не преуспеете. Можете не пытаться, у вас не получается. У вас нет резкости ума. У вас... Вы такой болтун. Да. У вас отсутствует чувство юмора. Точно, у меня нет резкости ума. Чувство юмора, чувство собственного достоинства и самокритика. Критическое мышление – это не про вас. Именно говорите так. Конструктивно. Я сейчас звук выключил, чтобы зачитать определение слова оккупация. Замечательно. Это латературить вообще без ума. Первая победа, можем записать. В общем, первая случае победа, занятия нам... вооруженными силами государства, не принадлежащей ему территории, не сопровождающиеся обретением суверенитета над ней и осуществляющиеся в отсутствие на то воли государства, обладающего суверенитетом на данной территории, обычно временная. Оккупацию следует отличать от аннексии, акта присоединения государством всей или части чужой территории в одностороннем порядке. Вот так полнее. Прочитали? Теперь признаки оккупации. Временность миссии. Это первое. Второе. Обязательное наличие государства жертвы. Третье. Обязательное нахождение в состоянии войны. Четвертое. Обязательное принятие на себя функций управления. Пятое. Обязательное соответствие нормам международного права. Шестое. Международное признание. Так? Что так? Какие из этих признаков у нас есть в случае с Украиной? Поехали. Первый пункт. Перечисляйте. Временность миссии. Временно. Это объективная оценка, потому что армия Российской Федерации заходила в Харьковскую область, в Киевскую область, в Херсонскую область, а потом по стечениям обстоятельств, проводя там референдумы, выписывали, сначала приписывали определенные территории, на которых проводились свои незаконные референдумы, в отсутствие согласия на то страны, которая являлась фактическими владельцами этой территории, что вы прочитали в самом термине слово «оккупация», а потом... После этого выписывали со своей конституции, со своих территорий, территории, которые в СУ отвоевали у вас. Временность. Что вам что не нравится? Что выписывали? Херсон, город, сначала был приписан в территорию Российской Федерации. Путин лично подписывал приказ, в котором он присоединял территорию Херсонской области. Херсонской области. Я сказал, Херсонскую область, да. Да. Сначала приписывал. А при чем здесь Херсон? А потом выписал. Где выписал? Откуда? С территории Российской Федерации. Где он это выписал? Там и видео было, и документы были соответствующие. Документ назовите, откуда выписал. Из Конституции взял и выписал? Сейчас. Путин. Вы не согласны, да? Вы не видели этих видео? Херсон, по-вашему, еще Российская Федерация? Естественно. Временно оккупированы украинскими войсками. А с какого времени она была оккупирована российскими, украинскими войсками? С тех пор, как Херсонская область проголосовала на референдуме о смене юрисдикции на Российскую Федерацию. Серьезно? Да. То есть Украина оккупировала Украину? Нет, Украина оккупировала часть России. Часть России где была? Херсонская область. А с какого момента? Я вам уже только что ответил. С какого момента? У вас нет резкости ума. С какого момента? Я вам искал видео. Вот смотрите. На простых вещах. Вы сейчас наболтали. Давайте много всякой суеты. Я вы вам искал видео. В это время, пока можно, я искал вам видео, вы меня отвлекли. Вы меня отвлекли. Подождите, я искал вам доказательства на ваш говорите, вопрос, который вы вкинули. Делаете? Пока я искал ответ на ваш вопрос, вы начали вкидывать еще какую-то... Мне интересно говорить лишнюю информацию. Понимаете? Так не говорите в тот момент, когда я отвечаю вам на вопрос. Так я еще не договорил, вы рот уже свой открываете. Конечно, когда вы говорите полную ересь, в которую сами не верите. Возьмите как бы труд держать свой рот в узде. Рот в узде или держать – это прерогатива русских мочалок, которые привыкли впитывать с самого своего рождения. Это их судьба, это их главное предназначение. Помалкивать и кивать головой. И слезки должны быть искренни. Когда видите царя, вы должны искренне плакать. И улыбаться. Засекаем время, сколько у него рот не будет закрываться. Вы можете продолжать. А-а-а!
Я ищу, значит, ему прохерсон этому хуепутали ебучему. А он решил сделать вот такой классный ход конем. Прикинь, такой педрила у меня попался твой соотечественник только что. Почему мой? Ну ты ж в России. Нет. Ой, Соединенные Штаты Америки, я вижу по ремонту, вижу по обоям советским, вижу вон этот, блядь, мебель СССР, это ж United States of America. Hello, my friend, how are you doing? What do you do today? What do you do tomorrow? Everybody put your hands up in the air, make some noise. Я даже рад, что ты оценил мой гараж. Yes, okay, you know what I mean, man? Ну, как тебе сказать, нормально. Can we go to swim in the pool? Не, вот это не понял. To swim in the pool, just. Just for fun, но you know? Тебе, ты можешь это, по-русски говорить. Да а чё по-русски, ты же не в России. Все равно, и что? Так, а ну, не в России надо, не, извините. В Америке надо по-американски говорить. Да схуяль я в Америке, ты охуел, что? А где ты тогда? Ты обманул меня? В Молдову. В Молдову? Какой город? Не понял. Какой город? А, сейчас я тебе расскажу. А-а-а. А то, хуя кто ты, Байрактар? Понял. Кто президент Молдовы? Анже Дуда. Долбоёб? Понят. Долбоёб? Сейчас ебу тебя чапалаха отцовского пиздоболина. Не знаешь, что президент Молдовы? Да, конечно, не знаю, потому что я не живу там. А, тупица, ты видишь, как тебя быстро разоблачили? Понимаешь, видно, что алкоголик, что ты вокруг пальца обвести на раз-два. А что ты стыдишься того, что ты в России живешь? Нет, я не стыжусь. А так, ну а что ты не признаешься? Да почему я должен признаться? Ты понимаешь, что это может даже чревато быть какими-то наказаниями? Нет. Или придется отвечать за пустословный базар твоей страны, твоего президента или свой собственный, и ты не вывезешь, поэтому решил пиздануть, что ты из Молдовы. Не, просто я хочу на хорошей как-то ноте. Это давай на хорошей ноте. Я человек военнослужащий. Это соболезную. Почему? Не надо тебе соболезновать? Нет. Ты доволен тем, что ты военнослужащий? У тебя все ноги на месте? Да, у меня все, у ваших украинцев все на месте. Это очень странно, что ты военнослужащий. Ты какой-то неправильный военнослужащий русский. Да я нормальный. Я причем еще штурмовая бригада. Спецназ ГРУ. Ты представляешь, ужас. Чего ты добился? Видно, понимаешь, даже спецназ, даже у спецуры... Вот настолько все плохо, ну, судя по твоему внешнему виду, судя по обстановке, в которой ты находишься. А у тебя в гараже, да, ты сказал, ты в гараже сейчас? Да, я тебе правду говорю, я в гараже. У тебя шторы в гараже, да? Я могу даже машину показать. Ну, то, что ты живешь в гараже, это, конечно, предел успеха. Я не живу в гараже, я просто сижу тут, чтобы жену не напрягать. У меня в понедельник заканчивается, ну, как вам правильно объяснить-то для вас, отпуск. Вы понимаете слово отпуск? Не понимаем. Мы просто не работаем. Но... Работать от слова раб, украинцы просто не работают. Поэтому у нас отпусков нет. У нас каждый день праздник. Мы працюем, а праздник немножко другое значение слова имеет, чем работать, раб. Я с тобой заебись, хлеба рта открывать не даешь. Слушаю тебя. Раб. Ну. Раб. Ну, отпуск нужен тем, которые рабеют, работают, рабам. А тем, которые працюют, у которых свое ремесло, им не нужен отпуск. У них каждый день праздник, они по своей воле собственной идут и занимаются чем они занимаются. А ты раб ебучий. Да почему я ебучий? Потому что я так решил. У меня есть право решать, в отличие от раба. У тебя есть право исполнять то, что тебе приказали. Ну, знаешь, вот запиши, пожалуйста, если есть блокнот. Что мне записывать? Что Путин пидорас? Это у меня и на чашке блокнот. Написано. У меня это даже на блокнот. Чашке написано. Зачем мне это написывать? Блядь, какие же вы хохлы, чморит.
Платонов Алексей Юрьевич, которого я застрелил. Может, его родственники. Я совесть у меня жрет меня. Платонов Алексей Юрьевич. А за что ты его застрелил? Ну, потому что я спецназ ГРУ, ну, разведку нельзя с собой тащить в плен. Мало ли он развяжет и в спину начнет огонь. Пришлось убить, брат. Пришлось. Вот, вот клянусь я тебе, я себя съем за это. И вот я в понедельник опять уезжать, и ты знаешь, как мне не хочется? Это просто Платонов, Алексей, ну запиши, пожалуйста. Сколько может, денег тебе за это заплатили? Чего? Сколько денег тебе за это заплатили? За убийство? Да. Да и у нас не платится, у нас просто оклад. Сколько оклад? 200. Платят? Да. Ежемесячно. Сколько уже раз получал? Ну, с начала военной операции где-то уже раз 7. Почему 7 раз с начала военной операции, когда полтора года уже больше прошло? Нет, я имею в виду, когда я туда поступил, раз 7 уже получил. То есть полторушку где-то прикурил уже? Да. Ты так все равно и не записал. Я запомнил. Платонов Алексей Юрьевич. Да. Алексей Юрьевич Платон. Может, родственники ищут. Просто извини, вот честно, я тебе клянусь. А эта информация не передавалась в Украину? Да, я передавал. Я связался с вашими, как его, Алексей с чем-то. В фронт хочу жить. Угу. Потому что я слишком добрый. Я слишком добрый. Но мне пришлось стрелять. Угу. И еще раз вот поедешь, раз придется стрелять. Ну, придется, значит, придется. Это работа такая. Работа у тебя такая. Придется, придется. Но ты при этом раскаиваешься, да, каждый раз, когда убиваешь украинцев? Я не знаю, может, до этого я в кого-то, может, и попал, когда стрелял. Но вот этого я первого, которого убил, которого я видел лично, которого я застрелил. Он просил меня не убивать, но пришлось. Знаешь ли ты, что с тобой будет, если ты попадешь в плен украинский? Ну, я представляю, будут мучить, но это украинский плен. Но их, я тебе клянусь, у меня вот они, ребята, когда попали, их никто не мучил. Вот я тебе клянусь. Они еле... Солишь убивали сразу на месте, как ты. Нет, ты врешь. Никто никого не убивал сразу. А мне нужно, чтобы передать информацию, Платонов Алексей Юрьевич, мне нужно понимать, от кого эта информация. Я тебе свою имя не назову, потому что я спецназовец. Почему? Ну, потому что это секретная власть. Не, если ты раскаиваешься в содеянном, у тебя нет никаких проблем называть свое имя для того, чтобы твоя мольба о прощении была услышана. Брат, я тебе клянусь, да, я за это раскаиваюсь, я вот слез на глазах я тебе клянусь, я не хотел этого делать, но я не смогу сказать, потому что у меня будет уголовное преследование. Почему это тебе будет уголовное преследование? Да потому что я буду казаться враг своему государству. Ты можешь завуалировать, ты можешь сказать, допустим, тебя зовут Алексей, а ты скажешь «У Алексей», ты же не сказал свое имя, нет такого имя «У Алексей». У меня есть паспорт Российской Федерации. О, можешь его просто показать? А по сути ты ничего не говорил? Нет, я не знаю. Ладно, дай свой номер телефона, обсудим, как дальше с тобой действовать. Пиши. Пишу. 8-920. Да. 473. Да. 82-21. Ставишь в рот, что это твой номер? Да. Смотри. Хорошо. Просто этого парня мне жалко было, пиздец как. Понял. Не хочется. В понедельник у меня заканчивается отпуск. И это опять ехать убивать нахуя. Угу. Ты справишься, ты сильный, ты молодец. Не знаю.
Не знаю. Забирайте этот номер, передавайте куда надо там. Я знаю, у меня разные ребята смотрят. Опа, таймер включился какого-то черта. Если есть что-то на него, ебашьте. Гондона, следите его по номеру. Проверить все равно нужно. Развиши лобуха, да? Вы боялись, что такое отпустил все на утилизацию. Лучше быть врагом своего государства, чем творить то, что он творил в Украине. Миротворец тю-тю собаку в понеділок, це коли в нього. Угу. До кінця стріму залишилось приблизно 15 хвилин. Якщо вам є бажання продовжити стрім, щоб він не закінчувався, лічильник гарнонастрою перед вашими очима в чатику скинув пряме посилання, або любим зручним для вас чином можете робити донат, і стрім буде продовжено. Це був Олександр Багачов. Совпадение 61,7, 32 года, 90-й год, Россия, Тамбов. За эту органическую мясокомбинат. Согласен, было бы неплохо. Здорово, Нирдин. Какие у тебя сегодня повестки дня? Как ты сказал? Повестка дня у тебя какая сегодня? Первая, как ты меня назвал? Нервный. Нервный? Почему? А ты сейчас бомбить начнет, сейчас минут 5 пройдет. Думаешь? Ну, что-то увидишь. Тогда же весело, я играю, я наслаждаюсь процессом. Особенно в тот момент, когда такие, как ты, хуесосовцы берут по самые гланды. Я сказал, пошло. Я не могу не упиваться в своем славоблудии, мракобесии. Я начинаю до талого высасывать всю энергию, которая у вас есть, погружать вас в черную дыру и заставлять вас чувствовать себя настоящими россиянцами. Все, готов слушать. У тебя есть что сказать, ты меня удивил. У меня есть вопрос. Прояви себя, я разрешаю тебе. Ты за Израиль или за Палестину? Очевидный вопрос, очевидный ответ. Бля, пиздец. Я думаю, это риторический вопрос. Не-не-не-не-не, это интересный вопрос. Так, знаешь ли ты хоть одного здравомыслящего человека? Я уходишь от вопроса. Да ответь односложно. Односложно у тебя, ты одноклеточный, да, мужичок? Ты не способен воспринимать информацию. А мы разомнем потом. Сложно составлены. Сложно составлены ответы. Ты наш. Между строк читать не умеешь, да? Яйцеклетка. Ну, ты за Израиль или за Палестину? Я за мир. За мир во всем мире, да? А ты? Молодец. Умничка. А ты? Умничка. Я тоже за мир во всем мире. Ну, ты представляешь. Ну, давай без России только в этот раз. Блять, пиздец. Ну, в твоих мечтах хорошо. Без России? Ну, с Россией не может быть мира во всем мире. А куда ты исчезнешь? Куда ты исчезнешь, друг мой? Куда мне нужно исчезать? Ну, Украина есть ну, была. Ну, Украина была задолго до России. Есть и будет есть. Ага, ты будешь сосать. А будет есть, хорошо сказал. А ты будешь сосать. О, блядь, видишь? Блядь, просто... А ты думал? Добрый вечер. Витаю. Это же провокационная хуятина. Ему ответишь на Израиль и начнет вкидывать свою хуету, поэтому надо обходить. Ну да. Мне было интересно, как он будет ли он пытаться меня закинуть еще в этот вопрос. Еще в этот вопрос. Но он не осмелился, потому что нет внутри ничего не его, блядь. Так, а ну-ка, вот тут у нас Свидрим Хаус. На телеграм-канальчик зробіть підписочку, щоб розуміти, де в наступний раз будуть стріми відбуватися, якщо вони будуть відбуватися. Що там у вас? Какой нік в Mobile Legends? Ви що? Хватит розлагатися, надо розвиватися, надо мотивацію должен бути. Це що блядь, за кроватники? Кроваточники? Кроватунчики?
Мотивацию должен быть всегда. Сука, дебил. Ой, здрасте. Доброй ночи. Как ваше самочувствие? Вот пока сижу. Сижу, разговариваю. Давно? Ну, птеродактили, это нормально. Ну, давно, я древний. Ну, птеродактили, они же древние. Птеродактили не древние, да. Как вы приписали себя к лику таких великих динозавров? Нет, я не великий, я просто динозавр. А птеродактили яйца несут? Не знаю, я не несу. Вы не несете. Я думал, птеродактили того здесь страусов где-то, поэтому думаю, что несут. Не знаю, нет, все-таки птеродактили это не страус. Дружи. Зараз страусы, они чекай. Где находятся? Еще раз. Где страусы живут? Страусы живут в резиденции Януковича. Нет, они живут в Австралии. Спорим, в резиденции Януковича живут страусы? Я был вот месяц назад. Вполне возможно. Есть питомники, и есть даже сейчас под Харьковом, есть страусиная ферма, не только Януковича. Вот. А вот под Харьковом как раз разбила российская армия, Российская Федерация. Да, геноцид не просто против мирного населения Украины, а еще и против животных. Это, я не знаю, это не геноцид, это не акт терроризма, это я не знаю, как это можно назвать? Это преступление против всего человечества. Это можно назвать, это так же плохо, как 8 лет вы... Как 8 лет, да. Своих людей. Мы, я в том числе, как настоящий русский, уничтожал своих людей украинцев. Когда ваш президент говорил, что ваши дети будут сидеть в подвалах, а наши ходить в школу, и вы этому аплодировали. И это было, знаете, когда сказано? На выборах, потому что он понимал, что вот это может поднять рейтинг. Потому контекст. Что украинцам это очень понравится. Давайте а контекст. Тех, кто воевал с Гитлером, вы называли колорадскими жуками. Вот. А предателей, который предал своих дедов, все, и вот вы из этих предателей, вы сейчас сделали их героями. И вас это устраивает. Вот да. Мой отец давайте... прошел всю войну до Эльбы. Вот. Давайте... Вот. Под командованием Черняховского, а вы даже не знаете, что он украинец. А Ватутина снесли, он освобождал Киев. Вы мерзкие предатели. И поэтому россияне предатели любят. Мазепу чем закончил? Сейчас в Москве до сегодняшнего дня висит медаль 5-килограммовая Иуда написана. И вот ваши все Бандеры Иуда. Что написано в декларации о независимости Украины? Под руководством великого фюрера Адольфа Гитлера. Вот весь украинский народ сражался, а это... Кучка мерзавцев стала вашими героями. Вам не стыдно? Что сказали? Да. Давайте разбирать потихонечку ваши фейки, ваши ошибки, суждения. Фейки? Давайте фейки. Набирайте. Декларация о независимости 1941 года, третий пункт, почитайте. Не, по поводу Порошенко. Пускай ваши... По поводу Порошенко. По поводу Порошенко. Он это не говорил? Вы вырвали из контекста фразу. Будем смотреть полное видео? Полное видео. И что там было? Может, даже не... А, вы видели полное видео? И вы все равно это заявили? Вы какой лицемерный да. дедушка? Вы какой лицемерный птеродактиль? Вот так вы поступаете, да? Вы знаете, да? Куда вас сейчас будут макать лицом? Да. И вы все равно... Макать? Вы все равно осмелились сказать вот эту я искреннюю... Я полный текст вот эти смотрю. Кремлевские фейки. А как же можно так вырвать? Ваши Расскажи. Кремлевские фейки, да? Как же так? Пытаетесь ваши распространять. Дети будут... А ваш президент, ваш президент верифицировал. Давайте послушаем вместе. А ваш президент верифицировал. А ваш президент верифицировал. Вместе послушаем, давайте. Если мы сказали, ваше, что это ваше правительство, поставьте. Ваше правительство сотрудничало с Порошенко всю дорогу. Сбегаете с темы, сползаете. Никто не сбегал с темы. Постепенно. Давайте послушаем слова президента Украины, который говорил в Одессе эти слова. Давайте так, послушаем. Давайте ваши начнем. Подписчики давайте. Послушать, и как вы лжете. Должно, к этому дойдем, все должно иметь свое целесообразие. С чего это началось? Нет, вы хотели сказать, вы что говорите, я отказываюсь слушать. Говорите, давайте стой, послушаем. Вы говорите о последствиях, о уже происшествиях, которые были потом. Давайте по хронологии восстановим все события. Перед Давайте. Порошенком, перед тем, как вообще Порошенко появился в политическом поле как президент, перед этим еще, который был время исполняющий Турчинов,
На каком основании он был? Почему? Что предвещало тому, что Турчинов стал время исполняющим обязанности президента? И почему Янукович перестал быть президентом? Давайте об этом поговорим. Я же объясню. Дело в том, что когда был Майдан, так, то приехали главы Франции, Германии, так. Меркель. Во Франции там был, напомните, фамилию выскочила, О, на букву. Вот. И поляк. Вот. И они встретились с оппозицией, Янукович и прочее. И Янукович пошел на все требования оппозиции. Что он больше не будет себя выдвигать никуда. Вот. Досидит свой срок, там осталось, по-моему, 4 месяца всего. И будет выбран новый президент. Это было 20 числа. 21 числа вы все наплевали на эти... и пошли как бубуины громить резиденцию Януковича. Да, не потому, вот, что, не потому что Янукович подписал закон о евроинтеграции с Европейским Союзом, а решил подписать с Россией договор о таможенный союз. Опять вы ни хрена не знаете. Не из-за таможенного союза с Россией народ встал, на Майдан вышел? Нет. Понял. А Крым аннексировали? Из-за чего? Могу сказать, почему на Майдан вышел. Почему? А вы не знаете. Ну, конечно, вы не знаете. Нет, а вы можете сказать, я вам ответил только что на вопрос, а вы продолжаете свою кремлевскую пропаганду рассказывать. Это очень интересно. А почему это кремлевская пропаганда? Потому что это кремлевская пропаганда. Цветные революции, кремлевская пропаганда? При чем здесь цветные революции? При Януковиче не было цветной революции. Как же... Какого цвета была революция при Януковиче, когда он убежал, когда ФСБ России украли у нас президента? Какого цвета была революция? Деда, ты не мели ерунду, ты перепутал, у тебя в голове когнитивные связи превратились в развязи. У тебя винегрет там в голове. Послушают. Цветная революция. Какая цветная революция была в 2014 году, дед? Цветная революция. Были отпущены деньги. Сценарий Майдана был за 2 года написан. Дед, ты ебанутый. Какого цвета революция была в 2014 году? У цветных революций сначала они назывались... Ты не тянешь в разговоре. Какого цвета революция в 2014 году была? Не все цветные революции имели вот какой-то цвет. Допустим, имели цвета, в Грузии, да? Не все выборы Грузии, Путина являются выборами президента в России, правильно? Революция с этим согласимся, рос, с этим спорить сложно. Были революции рос, революции еще разных, так сказать, это самое. У них разные названия. Угу. И ты можете это прочитать в Гугле. Так, слушай, к чему ты это сказал вообще? Пускай наберите в Гугле. К чему ты это сказал вообще про цветные революции? Дело в том, что нужно было сместить власть, чтобы поставить власть, которой можно управлять. Потому что у вас чернозем, ресурсы. А в России нефть, газ и прочее. И поэтому он готовился. Что нужно было сделать? Даже убрать, что говорила. Помните? Это еще за 10 лет до цветных революций. Что несправедливо, что на Украине столько чернозема, а в России остальные все ресурсы. И поэтому будет... Вот мне нравится слово «справедливо». Справедливо. Если в России останется 50 миллионов человек, этого достаточно для возделанных ресурсов. А на Украине 15. И самое главное, не нам же воевать райскую саду, как они себя называли. Расскажи мне лучше, плавно переходим в правильную тему, в правильное русло разговора. Расскажи мне, пожалуйста, почему в ночь с 26 на 28 февраля российские войска покинули место дислокации, которые специально были обусловлены в Крыму, и начали захват Крыма, административных зданий? Потому что Крым никогда не был Украиной. Ну ты потрясающий, да. ты гениальный. Крым никогда... Как он оказался в Украине? Как и Забайкалье никогда не было российским. И Аляска никогда не была российская, правильно? Считать. Дело в том, что Аляску мы продали, а Киев купили. В каком году мы купили Киев? А Киев, Россия же не продает свои территории. В каком году Россия купила Киев? Россия же не продает свои территории. Ты что, дед, ты сейчас главную методичку... Ты сейчас немножко ошибся. Году? Ты главную методичку запорол, за это денег уже не дадут. Нельзя говорить, что Россия свои земли, территории продает. Россия в каком году купила Киев? Ты мог сказать, что передают или на каких-то условиях дают в аренду, но продают, это сейчас ошибка. Наберите в Гугле. Извинись. Покупка Киева. Дед, ты извинись сейчас за то, что Россия продает свои земли. Ведь... Россия точно продала свои земли? Был,
был в составе Речи Посполитой. И заключив мир Аляска? С Речи Посполитой. Ты про Аляску? 1600. Ты про Аляску или про Шобе? Это же все есть в интернете. Твой ты про Аляску или про Шобе? Какой ты балбес. Аляску мы продали. Опять, да, я тебе говорю, извинись, дед, ты не говори так. Тебя сейчас накажут, ФСБ приедут и скажут, что нельзя говорить, что Россия продает свои земли. Не беспокойся за меня. Продает иногда все-таки. Время от времени Россия передает свою землю, продает свои земли, да? Тогда продали землю, потому что царь как это объяснил? Он сказал, Россия большая, а прибыль от нее меньше, чем от продажи, потому что мы не можем ее возделывать, она находится очень далеко. Так. Вот так он объяснил. А Забайкалье почему Путин продал? Никакой Забайкалье никому не продал. В смысле? Территорию в полтора раза больше, чем Крым? Нет, никак. Там как остров вы имеете в виду. Вы съезжаете с темы. Мы никуда давайте не съезжаем, это по факту. Это вот свежая информация. Поговорим. По Крым поговорим. Это вот последняя информация путинская. Когда он его продал? В каком году? Сейчас скажу. Вот это было... Сейчас была электроэнергия в Китае, вот Китай отказался платить за электроэнергию России, и теперь новую пошлину люди будут на Дальнем Востоке оплачивать. Так, 7% по заниженной цене, по $50 за баррель, Китай покупает вместо рыночной цены $110 за баррель. И еще у нас по этому, по территории был вопрос. Давайте. Китай компания поставила рекордный объем электроэнергии. Как будет ДФО, Дальний Восток. Покрытие дефицита необходимо. Так, это все возлагают на бедное Зауралье, на Дальний Восток. Меньше из Хамас. Там такие объемы. Да, большие объемы. 80%. А вы знаете, что сейчас в России самый большой экономический рост, как в Европе? Раньше была в Европе по покупательной способности. Россия была на каком-то там месте, не на первом совсем. А сейчас она в Европе на первом месте по покупательной способности. Обошла Германию. Серьезно? Да, найдите. Это какое... Всемирный банк. Это сведения Всемирного банка. Наберите. Какое... Наберите. Это, вот вы можете все проверить, мои слова. А вашу болтовню только в ЦИПСО. Вот. Сколько ВВП в мировом процентном соотношении на фоне всего мира было у Российской Федерации в 91-м году? И какой сейчас, вы знаете? Покупательная способность. Какая сейчас... покупательная способность у Российской Федерации, когда доллар по 110? Покупать. Это претензии к Всемирному банку. То, что доллар по 110, это претензии ко Всемирному банку? Я не про это говорю. Он может быть и хоть 200, хоть 300. Я иду в магазин и все покупаю по прежней цене, даже ниже. Вот когда был доллар по 50, я покупал гречку по 60 рублей, а сейчас, сегодня пошел в магазин, она по 37. Дед, у вас все нормально с цифрами? У меня все нормально. Цифрами. Я сейчас в магазин пошел, гречку 37 рублей. А... Весной, когда был доллар, или, сказать, вот зимой еще, доллар стоил 50 рублей, а гречка стоила 60 рублей. Вы живете в каком-то своем потрясающем мире, по всей видимости. Я живу, этот мир мой, потому что я хожу в магазин и вижу цены, и знаю. И вам вон... К тому же у меня два высших образования. Еще и два высших образования. Да, именно два, да. Высших образований. Я нашел. Путин хвастает. Я нашел статью. Путин хвастает присвоением Крыма, а сам сдает российские земли Китаю. Видео так. Президент Владимир Путин. В каком году он сдал и кто это написал? Это Арестович написал? Не-не-не, сейчас смотрю. А кто? Кто написал? Что это издание? А вот, это когда Китай приезжал в этот. Угу. Си Цзиньпин, когда приезжал в Россию последний раз, Путин, ну вот получается в 22-м или 23-м, вы знаете, что... президент Владимир Путин сдал Китаю на полвека 4 миллиона гектаров ценнейших российских земель в одном только Забайкальском крае. Эта площадь равна полторы площади оккупированного Крыма, благодаря которому Путин надеется обойти в историю как приумножитель территории России. Кроме того, глава Кремля пошел на крайне выгодные уступки для РФ, продажи нефти Пекину, об этом рассказал российский журналист Борис Миронов.
в частном мироне, Путин и китайские отдали в аренду на 49 лет 4 миллиона гектаров ценных территорий. В Турино-Алекимском районе китайцы используют 2 миллиона гектаров, в Магачинском районе более 900 тысяч гектаров, в Газимуро-Заводском 300 тысяч, в Сертенском 500 тысяч гектаров и в Красно-Чекойском 300 тысяч гектаров. Такая же картина в Бурятии, Красноярский край, Якутия, продал, Амурская область. Продал, вот вам приумножитель русских продал. Земель и получается. В общей сложности 4 миллиона гектаров, 40 тысяч квадратных километров Путин дал Китаю только в Забайкальском крае. Это все так, тогда, знаете, полтора что? Клима. Верьте в это. Он подчеркнул, что граница на востоке стратегически не менее важна, чем на оккупированный украинский полуостров. То есть россиян вы защищаете на территории Украины, а в самой России вы не защищаете россиян. Никаких мы не защищаем украинцев. Мы защищаем людей из Малороссии, Донецк и Луганск, на которых вы напали и которых вы обзывали. Так. Давай так, дед. Как ты относишься к тому, что непосредственно вот вы защищаете русскоязычный народ этнических россиян в Украине, да? Как вы говорите? На Украине, да. В Украине. А по итогу, как оказалось, в самой непосредственно России вы ничего не делаете с геноцидом этнических россиян. Это вам сказали ваши цепсошники. Верь этому, верь. Ты можешь верить. Так. Твое право. Я тебя переубеждать не собираюсь. Не, не право. Сухие цифры. Давай с тобой обсудим сухие цифры. Я могу тебе сказать. Смотри, сухие цифры. Демографические потери за время правления Путина составили более 11 миллионов человек. Перепись 2002 года показывала почти 116 миллионов русских, проживающих в России. Уже в 2010 году количество уменьшилось до 111 миллионов, а в 2021 до 105 миллионов. И важно отметить, что это без учета аннексированного Крыма и раздачи паспортов ДНР и ЛНР. В таком случае, за два с лишним десятилетия путинского правления было бы минус 13-14 миллионов этнических русских. Слушай меня. Да не тренди ты, фейки рассказываешь. Сейчас в Москве 142 миллиона человек. А ты рассказал фейки. Дед, приди в себя, пожалуйста. Да? Попроси прощения. Да, я пришел в себя. Ты сказал, что сейчас в Москве 142 миллиона человек? В Москве? Сколько в Москве живет людей? Еще раз повтори эту хрень, которую ты только что сказал. В России живет 140 миллионов. А ты только что сказал, что в Москве живет 140 миллионов человек. Да. В Москве живет 140 миллионов человек. Не в Москве, я сказал в России. А в Москве живет 14 миллионов человек. Проверь, набери. Хорошо. Сколько живет в Москве людей? 14 миллионов. Я тебе дал право исправиться. А в России? Молодец, ты исправился. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что в Москве живет 14 миллионов человек? Это сведения переписи населения. 14 миллионов человек, но не этнических россиян, этнических русских. А что значит этнические? Они все россияне, но в России живет 120 национальностей. Смотри, к чему я клоню, дед? Я хочу тебе сказать то, что вы, как минимум в правительстве Российской Федерации, все занимаемые должности, как и в бизнесе, как и в предпринимательстве, занимают не этнические русские, а выходцы из Кавказа, армяне, буряты, чеченцы, к которым у вас такая огромная страсть. А у вас кроме евреев хоть один человек есть? Кроме евреев хоть один есть украинец? Украина полностью состоит из евреев, мы этим гордимся. Так украинцы это евреи, мы же этим гордимся. Ты антисемит? Нет, я не антисемит. Я просто говорю, кто управляет Украиной. Украинцы – это евреи. Мы одна нация. Да, да. А что у тебя считайте не так, кстати? Считайте так. Что ваше право считать как угодно. Так. Ну вот, Россия защищает этнических русских в Украине, а в России не может их защитить, потому что демографический уровень этнических россиян неуклонно уменьшается с каждым годом правления Путина. Наоборот растет. Вам неправильную информацию Вот дают. Перепись населения в 2002 году показала 116 миллионов русских, а в 2021 – 105. А вы врете, потому что 140 миллионов. Население – общее количество всех проживающих на территории Российской Федерации, но этнических русских – 105 миллионов стало. Их Москву в первую очередь заселили. Знаете, вот все эти чеченцы. Знаете, почему вы врете? Почему? Дело в том, что когда была перепись, там не указывалась национальность.
Кто хотел, мог указывать, кто хотел, не указывал. Поэтому по национальности вообще даже так, подсчетов нет. Я было. Тебя понял, я дед. В таком случае, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое, дед. Поэтому ты мне только что помог. Зачем ты мне помогаешь? Ты должен быть на своей стороне, а не на моей. Ты мне только что помог тем, что я сказал, что россияне, когда у них проводили, когда проводили перепись населения, собирали у них подписи, они стыдились написать, что они русские. Это ваша трактовка. Не наша трактовка. А как можно не гордиться и не написать в документе, в переписи населения, важнейший документ нации, важнейший документ страны, написать, что я не определился, русский или не русский? Нет, дело в том, что там даже графы не было такой. А, не было можно такой графы? Можно зачем тогда русские СМИ? Зачем тогда русские СМИ распространяют информацию? Вы не понимаете, была перепись населения, как не понимаете, объясняю, была перепись населения, а не выяснение, кто какой национальности, кто какого цвета кожи, у кого какие связи родственные или прочее, прочее. Этого не было. Была перепись населения. Вот задача переписи. Даже называлась перепись населения. Понимаешь, в чем проблема? А не выяснение. Вот вы все хотите что-то свернуть налево куда-то. Дед, вот. И проблема твоя основная заключается в том, что ты уже давным-давно вышел из игры. И ты никак не участвуешь ни в каких социально важных жизненных событиях твоей страны. Ты уже на пенсии, ты уже отжил свое, ты себе на лавочке запасных сидишь, почиваешь с миром, какое, отдыхаешь. Какое у вас образование? Какое у меня может быть образование? Я же украинский еврей. Какое образование? У украинских евреев не может быть образования. Герои у вас Бандера? У нас какие у нас герои могут быть? Ну ты что? Смотри, вот, если ты про Бандеру кроме хочешь Бандера поговорить, никто. То... Мазепа предатель и Бандер. Да. Других героев нету. А кто освобождал Киев? А скажи, а Бандеру осудили на Нюрнбергском трибунале? Или там тоже теперь, нацисты? Теперь, а на Нюрнбергском трибунале Бандеру осудили или нет? Об одном и том же, дед. Ну, деменция это ж такое. Я с уважением отношусь, конечно. Но одни и те же вопросы обсуждать. Мелкая пакость, чтобы ее там еще упоминать. Он упоминался. Упоминался только как преступник. Нет, как преступник не упоминался. Вот сейчас, когда в Канаде привезли вот такого же, как Бандера, помните, что нафталин стряхнули там с него, там, так сказать, пыль стряхнули, поставили, ему там хлопали, а потом выяснился, нацист из Гречины. И что сделали? Как тебе живется? Мне нормально. Как тебе живется вот поглощенным пропагандой Российской Федерации? Как вам предателям у тебя живется? Это из-за того, что у тебя не, ну, ты не успел, да, когда телефоны появились, смартфоны с интернетом, ты не успел, да, вникнуть в интернет, чтобы научиться искать независимые источники информации? Считайте так. Просто, ну, у тебя очень туннельное мышление, целенаправленное. Ты говоришь ровно так же, как говорит телевизор России. У тебя нет своей информации, у тебя нет своей точки зрения. У меня ничего нет. Сколько у тебя пенсия, дед? Ты доволен своей пенсией? Я повторяю Скобеевым. А сколько у тебя пенсия, дед? У меня? Ага. У меня пенсия небольшая, потому что я еще работаю. Ой, ну ты представь. У меня 120 тысяч зарплаты. Нет, зарплата здесь при чем? А пенсия какая? У меня пенсия 25 тысяч. А чего так? Россия же великая. Ну такая пенсия. Самая богатая страна по энергоресурсам, по ископаемым, по алмазам. Мне хватает. В таком случае, когда я хожу по магазинам, я на цены не смотрю. Ну ты никуда не смотришь, понимаешь? Я могу сказать, что когда я строил дачу, мне строили украинцы из Львова. Когда хорошо тебе, построили, когда хорошие ребята. Фактические данные, информацию. А почему вы ездили по курсе на заработки, санкции, на заработки в России? Почему автопром загнулся в России, скажи, пожалуйста? Могу объяснить, почему. Слушаю. Потому что тогда было много денег, и поэтому решили, зачем свой автопром, когда проще всего покупать заграничные машины. Тем более, да, но сейчас москвичи новые, почему ржавые продаются уже с конвейера? Это вам Арестович сказал. Нет, это ваши блогеры-миллионники российские делают. Я знаю, какие блогеры это делают. Я делаю в том, что я сейчас вместе с китайцами делают машины. Да. Очень хорошие. Ржавые уже по дефолту. Да, верьте в это. Вы имеете право верить. Вы тем более живете на Украине, знаете, что там делаете. Как получилось, что Украина самая развитая республика Советского Союза, которая была... Вообще была четвертая сторона в Европе. Так, это комплимент сейчас, да? Вы Россию принизили? А сейчас, да. Достоинство Российской Федерации вы принизили? Я говорю, я никого не принижаю, я говорю факты.
Украина самая развитая советское государство было, да? Россия. При выходе, когда она была. А Россия, а где Россия делась, дед? Почему здесь Россия? Мы сейчас говорим. Ну, если ты сказал, что Россия была самое развитое советское пространство. Я сказал, что Украина была самая богатая страна при выходе из Советского Союза. А Россию почему так обесценил? Вот. Я ничего не обесценил. Я говорю, сейчас. Ты сказал, что Украина самая богатая была при выходе из СССР. Россия что? У нее было и авиастроение. Там автобусы строили, корабли строили. А потом мы поверили, что сделали? Знаешь, какая наша ошибка была? Мы поверили россиянам, подписали Будапештский меморандум, отдали вам ядерное вооружение. Самый большой запас ядерного вооружения был на территории Украины при развале Советского Союза. И мы вам, россиянам, поверили, отдали вам свое вооружение, а потом вы начали отбирать у нас наши земли за это. Давайте, можете выслушать одну минуту, я расскажу про Будапештский меморандум. Давай. Во-первых, я из того, что вы сказали, Будапештский меморандум, я знаю, что вы не знаете, чем отличается договор, декларация и меморандум. Понял, вы нас наебали, а потом обижаетесь, что мы Минские соглашения не стали выполнять. Я спросил, вы знаете, чем отличается договор, декларация и меморандум? Юридической силой. Нет, отличие какое? Юридической силой отличие. Ну, чем? В чем различие? Тем, что меморандум не нужно выполнять, как и Будапештский меморандум, как и соглашения Минские. Нет, смотрите, дело в том, что договор, это ты берешь деньги в банке, и ты их должен вернуть. Не должен никому ничего вернуть. А что? Если ты взял, ты знаешь, что если ты не возвращаешь деньги банку, то он тебе ничего не может сделать, если ты объявил себя банкротом. Дальше. Но ты говоришь вещи, в которых сам не разбираешься, дед. Ты в экономических делах не смыслишь ничего. Слушай, была декларация, когда вы в 91-м году выходили из состава Советского Союза. Ага. Безъядерный статус. Раз. И политика неприсоединения никаким блоком. Так и было. Вы их сразу нарушили. Нет, смотри, дед, ты сейчас не прав. Дай я договорю. Да, я договорю. Ты сейчас не прав. Вот уже здесь давай общаться. Украина вступила в НАТО, в какой-то блок. Вы даже в Конституцию записали. То, что мы записали в Конституцию, это никого вас не волнует. У нас свое суверенное государство. Вот если бы мы вступили в НАТО, тогда вы базару ноль. Имели бы право что-то где-то кого-то кому-то. Да. Теперь что такое? Вернемся к меморандуму. Что такое меморандум? Возвращайся. Приехал Клинтон. И почему он приехал в Будапешт, и он потребовал вернуть оружие в Россию? Почему? Он так любил Россию? И что значит меморандум? Меморандум – это когда ты дал обещания, а их не выполнил. Мему по латыни, чтобы помнил. Вот переводится как? Если ты дал обещание, а засранец не помнил, начал продавать. Ваши олигархи начали торговать по всему миру этим оружием. Так же, как вы распродали все остальное. Наши олигархи начали? Распродавать оружие туда и сюда. А американцы поставили у нас заводик, который их утилизировал. Поэтому Клинтон приехал в Будапешт, взял пьяного Ельцина, вашего там Кравчука, или кто там еще был, и там еще кого-то притащил, и сказал: помните, засранцы, вы обещали? Давайте. Вы согласились и отдали. Могли бы не отдать, никакой войны не было бы. Но вы отдали, потому что хозяин... Если бы мы не отдали, никакой войны не было бы? Конечно бы не было. У вас бы было ядерное оружие, и вы бы вообще на всех положили бы хрен и все. Класс, понял тебя. Ну правильно, так же. Ты сам свои слова не веришь. Почему не верю? Конечно, не верю. Как может украинцы ослушаться американцев или даже тот же в то время? Как россиянцы могут ослушаться китайцев? Согласен, равные условия. Это ваша трактовка? Это ваша трактовка, согласен. У нас Россия Китаем? Без Китая ничего. Китай и Россия – это партнеры. Партнеры, когда по заниженным ценам еще за свой счет трубопровод за 300 миллиардов долларов строят в Китай? За счет налогоплательцев России в три раза по заниженным ценам нефтегаз туда продают. Партнеры? Говорите, газ мы повышаем, электроэнергию. А китайцы говорят, сосите, мы ничего не будем. Знаете, что цена, по которой мы продаем Китаю, это...
совершенно секретная информация. Нет, это совершенно открытая информация. А это вам Арестович рассказал. Да, у вас все совершенно закрытая информация. Вообще, я допускаю, что она чуть-чуть дешевле. Да. Допускаю. Но я, ну, эту информацию никто не знает. Поэтому вы можете назвать любую цену, и никто вас не провернет, потому что информации точно нет. Так же, как во время войны потери никто не озвучивает. А кто озвучивает, тот врет и рифтует в другую сторону. Вот, может, нет, верить, у тебя все врут. У тебя все врут. Ты прав во время войны, во время войны... Стой. Так у нас война получается? Вообще, формально, конечно, войны юридически нет. Ой. Потому что ни Украины не объявила. Сколько ошибок? Нет, сколько ты ошибок сделал в этом диалоге? Я не знаю, что с тобой будет завтра. Юридически. Ты столько всего тут наговорил. Войны нету. Но если две страны применяют ядерное оружие, значит, смотри, это вполне можно назвать войной. Россия, говоришь, продает свои территории. Россия воюет с Украиной, Россия, ты только что заявил. Россия не продает свои территории, это ваша фантазия. Дед, ну, смотри, ваша я фантазия. Не знаю, я хочу уберечь твое здоровье, фантазия. Потому что ты потешный, конечно, но завтра приедут и накажут тебя. Все, больше... Переживай за меня. Не надо больше, не надо больше лишнего говорить. Я знаете, вам дальше скажу? Да, знаю. Да, там Виктор залетел, спасибо большое. Залетел Виктор, сделал по красоте. И говорит, Виктор говорит, витай, дружи, зараз рублю красиво, чекай. Чекаем, у нас тут 5, меньше 5 хвилин залишилось чекати. Кривий Рог, Віталюнчик двигает верные мысли, братишка Кривий слушает. Спасибо, братуха, привет, НАТО. 600 продлеваем трохи, вот. НАТО знает, что делать. И футбольщик Виталик, тормози, брат, Путлера скоро инфаркт словит. 400, что такое? На продолжение стриму у меня там этот любым зручным для вас чином, abonadia.ua, прямо ссылочка у вас в чатик залетела, на, если хотите еще посидеть, похудеть немножко. А так, а 400 у меня нет доната на 400, да? Да, у меня есть на 401. Это типа спасибки было, да? Но въебать за соточку надо. Хотя, ну ладно, шмарнуть ебало, это ж святое, можно. А это шо? Карле Моррисон, дисфрутованный диагноз. Ой, Виктор, ой, хорошо. Вот это сильно было сейчас. Дисфрута Виктор заказал. Ой, хорошо, вот это сильно. Вот это сильно. Пойду, сделаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Ay, oh, 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 disfruto mirarte, cada movimiento, un vicio que tengo, un gusto valorarte,
quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Класс, класс. Это было охуенно. Очень нравится. Очень сильно, очень нравится. Спасибо, Виктор. Чуть не спалили. О, знакомый. Живьем чуть как не спалили, или хотели как-то с почестями, или просто? О, здравия желаю, украинский гондон, как там поживает славная гондона Украина? Гондона, привет. Судя по твоей голове, по консистенции твоих волос, по жирноте, по структуре голове, твоего господи. Тела, гондон ну, только честно, что сняли с твоей головы. Стали. Сняли с твоей головы, и, ну, и процесс рукоблудия или прелюбодеяния, или совокупление, слияние двух твоих великих... Я же знаю твоих, я знаю твоих родителей, они нормальные мужики, не веди себя так. Твои родители нормальные мужики, почему ты себя так ведешь? Как там Квитон-то? Литр-то как там поживает? Ошибся. Ты хочешь к Литеру? Тебе нравится к Литеру полезать? Все, успокоился? Тебе хочется к Литеру полезать? Ты с какого момента жизни понял, что ты такой? Какой момент жизни? Угу. Что умнее тебя? Ну так, смотри. Я считать где-то начал уже, наверное, в года два, наверное, даже раньше. В два года ты понял, что ты любишь лизать к Литеру? В математике начал соображать, что хорошо. Тебя же только с членом должны были знакомить. Откуда ты знал, что такое клитор? Или ты предполагал? Ты предполагал, что у папы большой пенис, а у мамы маленький пенис. Маленький пенис мамы – это клитор, и тебе нравится его лизать. Раньше вроде сильный был. Чего ты кривишься? Ну кого ты кривишься? Ну что с тобой не так? По математике погоняем тебя? Я на математику перешел. Погоняем по математике или боишься? Ну скучный. Боишься? Просто покажи, как надо. Сиди, да покажи, как надо. Это как джавелина, покажи. Блядь. Я 30 секунд гав, тебе гав, даю. Гав, покажи, гав, как гав, надо. Блядь. Ну, честно, блядь. Покажи, как надо. Давай по картам. Давай прояви по картам. Себя. Я жду. Как я раньше. Тебе даю 30 секунд. Покажи, давай уделай по картам, меня. Как раньше. Я тебе дам 30 секунд. Прояви себя. Да что ты, когда ты наговоришься-то, блядь. Угу. Давай по картам. 10 секунд потратил зря, абсолютно не показал свое величие никоим образом, не проявил себя по достоинству и не показал себя как противоположность скучному мне. 20 секунд уже прошло, а ты по-прежнему молчишь, взглатываешь и продолжаешь потеть. Это твой удел? Это все, что ты мне мог противопоставить? Прошло ровно 30 секунд, которые по регламенту я тебе выделил для того, чтобы ты проявил себя по достоинству и показал мне, как нужно себя вести, как нужно ставить на место и как нужно веселиться и быть веселым. Ты сказал мне скучным. Так вот, откисай. Что? С таким качеством ремонта, с таким качеством камеры и с внешним видом задавать такие умные вопросы, ты куда лезешь, Илон Маск?
Я тебя выебу в рот, блядь. Ого, тельняшка, ну ты дал, конечно. Сука, блядь, как я не хочу просто отыметь, ты тварь ебаная, блядь. Давай, ты поехали. Можешь... Делай давай, красиво. Давай, поехали. Вторая мировая война, когда началась? 39-м. Ответ. Хорошо, Великая Отечественная, когда началась? 41-м. Блядь, надо же, ты подаешь большие еще надежды, вопросы. Блядь. А ты точно хохол? Еще может, вопросы. У тебя закончились, можно мне начинать? Давай. Половина от половины равняется половине. А ты что, математик, что ли? Ответ. А ты математик? Это 4-й класс. Ты математик? Это 4-й класс. Ты математик? Не нужно быть математиком, чтобы иметь базовое знание. Это не базовые знания. Это базовые знания. Математическая половина. Скольки равняется? Говори в ебало свое, ты базовые знания. Математическая мажор, половина, это сколько у нас? Ебало свое. До мажор сколько знаков? Ты обосрался? Базовое знание. До мажор сколько знаков? Ты обосрался? До мажор сколько знаков? Ты задал мне два вопроса, я ответил на каждый из них верно. Я тебе задал один, и ты начал захлебываться? Ты уебище, говорю. До мажор сколько знаков? Ну ты дал. Я думал, ты посильнее. Я думал, ты, блядь, посильнее напередок, а ты какой-то, ну, такой уебанец. Тебе понравился мой передок брать в рот? Мне понравилось то, что тебя можно... Это был потрясающий бой, мой хуй с твоей губой. Ты держался до конца, слизывал и обсасывал. Я просил, не надо, довольно. Ты говорил, я сделаю все, чтобы проявить свое россиянское величие. Я докажу всему миру, что русский народ самый глубинный народ. Мы настолько глубоко, мы настолько древний народ. Я докажу то, что хохлы это вообще не народ. Я тебя встречу, ты уебище очкастая. И что? Да, станешь на колени, ничего. Как обычно. Не, я тебя поставлю, блядь, на коленки и выебу в жопу. Вот и все. Нормально. Ну, вам же нельзя. У вас на законодательном этом уровне запрещено. Надо же, ты знаешь наш законодательный уровень. Да ты пропагандируешь умница. Нетрадиционные ценности. Ты сосешь просто, вот и все. Ну ты взял, конечно, в рот глубоко сейчас. Сунчик? Ты так не бери глубоко. Сосунчик? Ты да, молодец. Оставайся, главное оставаться самими собими. 400 гривен было донатом, только я не... А еще раз шмарнуть, да, было? А, писанька? Паф, бирм. Ну давай, писанька... Не, братуха, писанька у нас 501. 101 надо докинуть, и будет писанька. Угу. Ладно. Фончиком ебанем. Сильно, сильно. Кавабанга депо калибри? Это Украина? А я не знал. А я не знал. Ага. Виталь, ты не обижаешься, когда тебя лысым называют? Нет. Ну, в зависимости от контекста. Если это Кент или мой знакомый, близкий, подписчик, хотя, ну, в зависимости от ситуации. Если мне левый тип на улице скажет «Эй, лысый», то я въебу. Если это дружеская атмосфера, которая соответствует происходящему, то, конечно, вопросов нема. Спасибо, братуха. Перевыполнил. Эй, ты лысый. Ну, вот согласитесь, это ж нахабство. Когда незнакомый тип вам на улице фамильярно высказывается в контексте вашего... Он же не знает, как я отношусь к себе. Типа, мне окей, что я лысый. Но осознание того, что он называет меня лысым, даже не подумал о моем состоянии, моем отношении к этому. Допустим, для него это нормально. Что называть людей лысыми, потому что он не подозревает это, как, но он же, короче, об этом можно долго... Зачем долго думать, если можно подъебать,
а потом разбираться, что человек имел в виду. Ну, типа, в общепринятом понимании это плохо, так делать нельзя. Нельзя так обращаться к людям на улице. Напишите название песни. То есть подписчикам можно? Ну, блядь. Опять же, зависит, если мы пообщались, и мы словили волну, мы на вайбе с вами, подписчики. Подписчики разные бывают. Руснявые тоже на меня подписаны, на мой канал. Вы думаете, мало орков на мой канал подписаны? Они же все в чат-рулетку заходишь, и все, каждый второй меня знает, рассказывает. И про карты знают, и про парики мои знают, и про образы мои знают, и про то, что я Путина ебашу на стриме, все знают. Выборочно можно. Мы уже как семья. Еленочка, это да, это факт. Но я же говорю, на мой канал разные люди подписаны, и не все, далеко не все с добрыми побуждениями. Думаете, хейтеров не подписаны на мой канал, так просто, чтобы ха-ха словить? Ведаль, давай украинскую, ты норм спілкуешься? Ну, я норм спілкуюсь, але мені здається, що я... ну как? Типа, переключатися треба швидко. Розумію? Ого, ніхуя себе, ти танкіст. Чому? У тебя голова как буханка хлеба. Это нормально. Нормально. Какой? Белый, серый? Зато хлеб есть всегда дома. Хлеб есть всегда дома? А можно резать? Нет. В целом можно? Можно. А что это за хлеб, который нельзя резать? А сломать тебя можно? Ломай меня полностью. Ты блогер, что ли? Ты завис. Ого. Виталий, лечильник, что там? А, да. Лечильнику пришла пизда. А, то шо? Ну, хвилинок 5 ще посидимо. А там залежить від криптовалютчиків і масонів. Від тіньового правительства. Якщо продовжить, то будемо далі. Якщо не продовжить, то будемо ближе. Узкий термінатор. Морфеус, буханка хліба. У меня самокритика, все нормально. И в контексте, допустим, чат-рулетки, мне невозможно разъебать никаким оскорбительным высказыванием. А, но нужно же понимать, что как бы мы все люди. Знаете, вот я же уже который раз, ну, блогер, типа, то я был в Ютубе, потом я был в Инстаграме, потом я был в ТикТоке, потом я опять в Ютубе, и... У людей, которые смотрят каких-то... ну ты же маленькая, ну какого черта? Да ты даже мой возраст не знаешь. Тебе 18 нет. Гадалка, гадалка, гадалка. Ведьма, ведьмаком, ведьмаком. Зачем ты это делаешь? Смотри. Ну как ты думаешь, сколько мне лет? 15. Да, ей 25. Куда боев нет? Не, мне нет. Мне не тебе, 15. Тебе нет 15? Больше. Понятно. Ну, если ты в России, то, в принципе, продолжай в том же духе. Мне будет 17. Она класс. Тогда советую тебе, если 17 же будет, советую по 2 пачки в день выкуривать. Я по 3 выкуриваю. Красава. Давай X2. По 6 сможешь? Может, может. Главное оставаться своими собими. Доталова, ебашь, ни на кого не обращай внимания. Ставь для себя цели и добивайся их. Кури столько, сколько сможешь. Этот. У людей складывается такое впечатление, ну, когда видят на улице, допустим, это я с другими блогерами, кентами тоже обсуждал эту хуйню. Ну, блядь, не могу сказать, назвать себя блогером. Я просто стримлю в чат-рулетке. Если бы Инстаграм был там или Ютубчик. Здрасте. А вы что, стрим ведете? Да. Сможете заняться прелюбодеянием сейчас на камеру за деньги? А ну, скажите канал. Прелюбодеяние хочу увидеть. Не, ну, блядь, канал. Ёпт. Сначала прелюбодеяние. Полюбодеяние. Прелюбодеяние, блядь. Сексуальное, типа, анархии производите действия. Долбоёб, сидит, блядь, мой муж. Ну... Деяние, а, это раз. Муж? Я думал, это... Бля, ну с мужем, конечно, куда уже.
Даже если бы это был любовник. Да не, ну понятно, может, у тебя же... А муж не расстраивается, что у него отсутствие сексуальной жизни? У тебя-то, видимо, по всей видимости, все хорошо с сексуальной жизнью, а у мужа... Ну, куколдизм — это новая как бы религия современного общества Российской Федерации. А каково твоему мужу чувствовать себя куколдом? Сколько времени он уже в этом статусе? Столько же, сколько ты живешь на этом свете. 28 лет твой муж куколд? Он с рождения куколд? Тихо, навалите ебаники, я говорю. Ты конченый очкарик, что ты хочешь вообще? Я хочу, чтобы твой муж засунул руку в карман и попытался найти там яички, хотя бы одно. Хотя бы одно? Сходи в холодильник и принеси поправки, там есть. Блин, ты такой смешной, а ты откуда? А твой муж такой несчастный. Да это не мой муж, я тебя наебала, я его, блядь, знаю, третий день. Наебала меня, но он никак не смутился от того, что он куколд. Его, в принципе, устраивает положение дел. Ну ты откуда? Сейчас Денис откроет свой раз. Я в Москва Сити живу. Пиздобол, у тебя Украина стоит. Ебало свое завали, я в Москва Сити, айфон 14. Слушай, мы сидим с 15-го. С 15-го? Это, покажи. А ну не пизди, блядь. Погоди, дурында. Я покажу. Не пизди, сука, белобрысая тварь, блядь. Я по тебе вижу, по твоему ремонту. Какой нахуй 15-й? Вот тут видно? Не видно. Ты пиздоболка ты. Это, блядь, это 12-й, нахуй. Вот, блядь, я тебе в камеру показываю, это, какой, блядь. Это 12-й, нахуй. Это 12-й, не пизди. 12-й со шторкой. Да, действительно, с челкой, дура. Ебать, извините. Чехол такой купила себе. Чехол? Блин, ты думаешь, что... Ну ты откуда? Ну, блядь, ну серьезно. Я с Москвы. У тебя Украина. Я поставил VPN, сука, тварь, блядь, я тебя выстегну. Сейчас еще раз пизданешь по поводу этого. Пошел нахуй, пидорас. Я тебе железяки сейчас зубов повытескиваю. Тебе, блядь, их в очко затолкал, хочешь? Да, пусть он, может, он энергетический вампир, и он просто ёбнутый. Посмотри, как он злится, в общем. Я не злюсь, где ты видела, что я злюсь? Хуй сосите, долбоёбина тупо. Ну и что? Ну и что, и ты, тормозок на завтра себе скопила уже в зубах? Слушай, блядь, дорогой, мне скоро снимать, они стоят дороже, чем твоя жизнь. Ебать, реально? Ты посмотри, нахуй, это ключи, знаешь, от какой машины? Ебанешься. Это что, LG, блядь, за 100 тысяч рублей? Да, у меня машина LG. Все, маромойки тухлые, пошли, идите, теряйтесь, блядь. Я тоже, с другой стороны, Виталий, но если что, это не так, давно смотрю, не только тебя, поэтому не в обиду. Тебе тандем с кем-то в стриме надо сделать, либо с Вальновым, либо с Russia Goodbye. А зачем? Зачем мне это нужно? Объясните, пожалуйста, аудитории, но не приходит, допустим, от таких мероприятий. Вот мои товарищи-блогеры это делали, и что там, 100 человек подписалось. На общую медийку влияет ли это? Ну, может и влияет, но не знаю, насколько это целесообразно, откуда вы прям отвращение. Короче, сиси в студию, куколд открыл ротик, Виталь, а тебе нрав гачимуч? Как что такое? Гачимуч это что-то с порнухой, да, связано? Поисковой магнит и к зубам поднеси, Виталий прям жесткий. Тебе узнают больше людей. Зачем? Ну, типа, надо развиваться во всех социальных сетях. В YouTube растет, как он растет. Он растет из-за твоих эфиров, из-за твоих видосов. Ну, органический рост. Если ты в реке попал, и тебя начинают форсить твои видосы, то все летит и нормально. А если нет, то какие бы, кто бы тебя где-нибудь не упоминал, это не сработает. Инстаграм забустить, вот это было бы неплохо. Кстати, Инстаграм забустить. Кто не знает, что у меня, допустим, есть Инстаграм. У меня была возможность, кстати, восстановить свой потерянный Инстаграм на 66 тысяч подписчиков, которые забанили и в начале войны, когда я начал выкладывать какую-то хуйню, там, блять, выложил, и меня забанили за посты против России, про украинские против российских, меня забанили, снесли Инстаграм без возможности восстановить. Сейчас можно за бабки восстановить, но я уже не вижу смысла, потому что время немного потеряно, и надо начинать заново. Ну, просто там прошлое, там столько видосиков в моей деятельности, все, что я делал, ну, такое. Тогда вот тогда я тебя и потерял,
прикинь. А сейчас нашел каким-то образом. С Вольного могло бы интересно получить. Зачем ради фана? Дорого. Не знаю, баксов 700, наверное. А может, и косарь баксов попросят. Тогда я тебя и потерял. Да, Леся. Смотри, у меня, я ставлю цели перед собой. Для достижения целей я разрабатываю план. Если план не работает и не помогает мне достигать моих целей, имея мозжечок в голове, я, как здравомыслящий человек, понимаю, что план нужно менять. Цели менять не нужно. Цели нужно добиваться, достигать. Но план нужно менять в достижении этих целей. В соответствии с этим я подкорректировал план. Два Виталька в сандальках. Мы с Виталем и с Байрактором делали совместные стримы. И с пацанами, и не раз. Ничего не понял. Странно. Что, идем в спадки? О, давайте такой мув сделаем. Сейчас на Инстаграм подпишется 100 человек. 5140, 5240 будет за 5 минут. И мы продолжаем. Еще получится стримить. Как вам такой поворот? У него какие-то эти... Ой, все блоги. Смотри на него, что тебе блоги не нравятся. Сама сидит. Так какая разница, сколько людей на стриме? Хоть 10 тысяч было. И что мне? Ой, блядь, я б твои фотки, блядь. Я б твои тоже. Ой, да ладно. Слышь? Ты кому столько слышь, блядь, анчоу зубаны? Слышь, блядь, анчоу зубаны. Ты чё, хочешь побазарить? Ебучку стяни свою, шлепок майонезный. Ты кто по жизни, перхот? Ты кто по жизни, перхот? Слышь, а ты кто такой, что... Безлактозный, блядь, быстро отвечай на чужие поставленные вопросы. Ты убиваешь людей конкретных, нахуй, а? Ты конкретный? Ты конкретный? Капитальный конь педальный? Ты конь педальный? Ты капитальный конь педальный? Все, иди нахуй. Привет. Дарья, квалькера коса, портан примроса, пористан сяр проки. Эрпреторас, эсас, косас, дихане перерте. Ноте фаяре. Contiga ya querem bese, quiero lar querem beso, per ver contigo el tiempo, quel arte secretos, quel arte momentos, abrazarte, esperarte aliarte, penerte paciencia. Ту ла кура смисенция, а-а-а. О-о-о. Да, план это не мое. Тут базар ноль. Тут спорить с вами не станет. Спорить с вами не станет. С этим у меня, к сожалению. Понял. Ладно, услышал. Всех понял, всех принял. На сегодня стрим за... конченый. Спасибо большое. Это было неплохо. Это мое искреннее суждение. У меня было очень разъебанное настроение перед началом стрима. Но потом почему-то оно выровнялось. Может, это вы, может, это мы, может, это я, может, это мы просто целая семья. Короче, было норм. До завтра. Какой сорт? Что ты несешь? Ничего не куришь. Яка писня, яка це писня. Дисфруто.
так и пишите в интернетах. Все, спокойной ночи, всех обнял. Вы пупсики.